куда цветы, Олег Альбертович? Оставьте здесь, я потом их уберу. Завтра, как обычно, Олег Альбертович? Завтра у тебя выходной. А у вас? И у меня выходной. Спасибо. Спокойной ночи. Спасибо тебе. Спасибо. Это был самый лучший день рождения в моей жизни. Я старался. Это все заметили? Да. Да, во всяком случае, мне так сказали. Я рад. Но это еще не все. Да ты что? Что может быть сегодня еще? Ну, ты еще не видела моего подарка, который я приготовил. Я думала, сегодняшний день и вечер прекрасный. Это твой подарок, разве нет? Ты меня недооцениваешь. Это мне, да? Открывай, открывай. Не бойся. Нравится? Скажи, это стоит твоему денег? Что ты? Гораздо больше. О, боже. Какая красота. Спасибо. Ну, если я тебя недооцениваю, то ты меня переоцениваешь. Ценю твою скромность. Не надо. Ты лучший. Ты переоцениваешь. Нет, нет, так и есть. Ты лучший. Ну, может быть. А ты не будешь против, если я разденусь, приму душ, и мы продолжим в спальне? Я буду против. Почему? Потому что мы продолжим уже в душе. Да. Да, Алис. Мам, привет. Привет. Ну, ты как там? Жива? Мама. Еще не поняла. Я тебя разбудила? Нет, 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 все нормально. У тебя просто голос такой. Да, есть немного. Слушай, я вчера раньше ушла. Да, я заметила. Извини. Я хотела сказать, что у тебя был прекрасный день рождения. Ты находишь? Как? У английской королевы. Такой скучный. Ну хорошо, как у принцессы Монако. Ты чего там, чем-то расстроена? Или мне кажется? Кажется. Да? Да, кажется. Нет, я уверена. Ты чем-то расстроена там? Мам, мне просто на занятия нужно бежать. А, ну это ты своему Тюбику расскажи. Кому? Ну или как там его называешь? А. Добик. Ну, Добик. Да в том-то и дело, что не могу. Не можешь? А почему? Ну,
потому что мы вчера с ним расстались. Ты поэтому была на дне рождения одна? Нет, мам, не поэтому. А почему? Все, мам, не надо бежать, я при встрече тебе расскажу. Ну, пока. Олег, ты где? Олег? Да, мама. Ты еще не на занятиях? На занятиях? Уже почти на. Нет, не ходи. Почему? Мама? Приезжай ко мне. Ну, мам. Немедленно. Зачем? Я умираю. Мама. Ничего не понимаю. Чего тут непонятного? Все, он ушел. Сбежал. Смылся. Мамочка, подожди. Вот он тебе сделал какой-то царский подарок. И исчез. Угу. Почему? Что почему? Он написал здесь почему. Вот. Вот он пишет. Дорогая Танечка, обстоятельства сложились так, что мне пришлось срочно уехать. Не ищи меня, речь идет о моей жизни, твоей безопасности. Наверное, поэтому. Поэтому? Тебя что, убить собираются? Мама! Ты так считаешь? Не знаю. Как-то... О моей жизни и твоей безопасности, это значит, что могут убить? Ты считаешь это объяснением? Ну, а что, ты не считаешь это объяснением? Обстоятельства сложились так, что мне пришлось срочно уехать. Мама, где здесь объяснение? Скажи, вот где? Даже этот ботан сподобился выдавить из себя то, что он меня не любит. Тюбик твой? Да, только он Тобик. А. Тобик твой. Мам, мам, Тобик, Тобик. Олег не мог так сказать. Он меня любит. Он сделал мне такой подарок. Он... У нас с ним была такая ночь. Какая, мам? Не хуже, чем первый раз. Если речь о моей безопасности, так он защищает меня? Мам, в общем, накосячил он с деньгами. Свалил, чтобы его не грохнули. Такое сплошь и рядом бывает. Где эти сплошь и рядом бывают в твоей жизни? Да, да, посмотри любое кино. Что он тебе подарил-то? Ну, сейчас. Нифига себе. И сколько это стоит? Даже представить себе не могу. Мам, 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 это мой телефон, мой телефон. Мам, мой. А, да? Тобик. Тюбик. Алло, Лиз, это я. Что тебе нужно? Мне нужна ты. Ты же сказал, что ты меня не любишь. Да, я сказал, что я не люблю овсянку по утрам. Да? Ну, это практически одно и то же. Ну, хорошо, хорошо, я полюблю овсянку. Ну, вот когда полюбишь, тогда и поговорим. И вообще, слушай, ты не вовремя звонишь, у нас семейные проблемы. Тогда я позвоню позже? Позже. Попробуй. На чем остановились, мам? А. Мамуль. Ну, ты... Не думаешь, что просто он, ну, откупился от тебя и слинял? Откупился от меня? Поверь мне. После того, что у нас было ночью? Мамуль, хороший секс ничего не доказывает. Доказывает. Много ты понимаешь. Еще как доказывает. Женщину невозможно обмануть, она всегда знает, когда она любимая, а когда уже нет. Уверена? Абсолютно.
Ну-ну. И не ухмыляйся так. Я старше тебя вдвое. И я опытнее. И я знаю жизнь во всех ее проявлениях. Я знаю, что я говорю. Ладно. Ну, тогда попробуй посмотреть на эту ситуацию под другим углом. Ты про что? Ну, что... Ты прожила 6 лет в свое удовольствие. И то хорошо. Ну, не 6, а 5. А на самом-то деле всего 1 год. А чем ты остальное время занималась? 2 года пыталась забыть твоего отца. Где-то 1 год привыкала к Олегу. Все остальное время делала из этого талант для он неотесанного парня на настоящего мужчину. И вот... Только он стал тем, чем он должен был стать. Тихо, тихо. Как его не стало. Пигмалион сошел бы с ума, если бы узнал, что ожившая Галатея свалилась с каким-нибудь другим принцем, например, на Кипр. Тебе, как будущему журналисту, неплохо было бы знать, что Пигмалион сам был царем Кипра. Да? Поверь мне. Странная штука жизнь. Со стороны всегда казалось, что у вас с Олегом полная идиллия. Пока ты жила с нами, я берегла твою психику. У вас были проблемы? Случались. А я думала, что только у меня с моим парнем проблемы. Ладно, мамуль, давай успокоимся и раскинем карты. Да, только не здесь, а где-нибудь... Где не так громко звучит этот похоронный марш. Какой похоронный марш? Ты не слышишь? Спасибо, пожалуйста. Приятного аппетита. Мама? Мама, ты со сладким не перебрала? Вовсе нет. Мне необходимо подсластить пилюлю. Итак, что мы имеем? Во-первых, прекрасную квартиру в доме с охраной и консьержем. Да, предположим. Что предположим? Квартира на тебя оформлена. Угу. Ну, значит, ставим ее в раздел приобретений. А еще какой у тебя там раздел? Ну, естественно, потери. И под первым пунктом там стоит муж. Даже не были зарегистрированы. Да ладно. Правда? Угу. Почему? Он не хотел. Вначале он просто ни в какую. Ну, а потом он же умолял, но я сочла, что не так уж прям настойчиво. А недавно я решила, что уже можно согласиться. Недавно? Да. И когда это недавно? Да... Вчера. Знаешь что? Что? Да. Что да? Ты не догадываешься? Ну, подумай. Ну, только хорошенько подумай. Олег! Что? Ну что ты там? Я спрашиваю, ты подумал? Да. Ну, что? Ну, раз ты решила, давай купим. Ну, при чем здесь купим?
Я тебе говорю «да». Ну, ты меня понимаешь или нет? А ты мне что говоришь? Я тебе говорю «да». А на что ты мне говоришь «да»? А ты на что? Я говорю «да», потому что я согласна выйти за тебя замуж. Что ты так на меня смотришь? Да думаю, мам. Чего? О чем ты там думаешь? Кто из нас старше? Кто из нас лучше знает жизнь во всех ее проявлениях? Что ты считаешь, что... Считаю. Нет. Нет. Нет же. Да-да, мама, да. Я тебе говорю, что Олег, как самый простой, обычный, тривиальный мужик, смотался, как только понял, что на тебе нужно жениться. Конечно, да. И ради этого бросил и фирму, и счета, и офис. А ты с чего решила, что он все это бросил? Да вроде... Ну, ты уверена, что он это все бросил? Предлагаешь проверить? Настаиваю. Ладно. О, девушка, да? Нам счет, пожалуйста. Да, конечно. И поскорее. Сейчас. Ой. Да. Алло, Лиз. Я подумал, я уже ее люблю. Да? Поздравляю. Что, что, ты не радуешься? А радоваться чему, прости? Что ты там кого-то любишь? Никого, а что? Я люблю овсянку. Я просто, ты, Топик, перезагрузись. Перезагрузиться? Зачем? Затем, что мне сейчас не до тебя. А когда тебе будет до меня? Я тебе дам знать, я тебе маякну. А давай лучше я тебе перезвоню. Окей, попробуй перезвонить, только не через 5 минут. А через сколько? Так, Топик, я тебе делитну. Понял. Понял. Давно хотела тебя спросить, а почему у твоего парня имя собачье? Оно вовсе не собачье. Собачье. Тебе любой скажет, что Тобик – это имя маленькой собачки. Его Тобиком зову только я. И вообще его зовут Толик Быков. Угу. Я просто соединила имя и фамилию. И для благозвучия сменила «ы» на «и». Ну, хорошо, хорошо. Ладно. Но ты все равно как-то с ним крутоват. Не знаю, я никогда себе так ни с кем не позволяла. Мам, ты будешь меня учить, как с мужчинами обращаться? Ну, а кто тебя будет еще учить? Мамочка, а ты вспомни, что было сегодня утром или 6 лет назад с моим папой. С твоим папой была совсем другая история. Да? Ты мне, кстати, уже 5 лет обещаешь рассказать эту душераздирающую историю. Может, сейчас настало время? Серьезно? Нет, не сейчас. Ладно. Только знай, мама, что мужчины другого обращения не понимают. Что? Ничего. Мы просто пришли. Это его офис. А. Нехило. Ну да. Ну что, кто пойдет? Ты или я? Давай ты. Тебя там никто не знает. Ладно, жди меня здесь. Слушай, я не хочу больше. Я тебе скажу, ты просто можешь сюда больше не приходить, а? Добрый день. Вы к кому? Здравствуйте. Я к Олегу Альбертовичу. Угу. Представьтесь, пожалуйста. Откуда вы? Я журналист. Угу. Какое издание? Какое издание? Так разные издания. Много разных. Да. И по какому вопросу? Вы договаривались? Ну, в принципе, да. Олег Альбертович обещал мне рассказать о своих пристрастиях в отдыхе. У вас есть документы? Конечно. Покажите, пожалуйста. Вы знаете, они у меня не с собой. Тогда вам придется прийти в следующий раз, но с документами. И мы посмотрим, что можно будет сделать. Вы можете позвонить Олегу Альбертовичу, он подтвердит вам то, что мы с ним договаривались. Никуда звонить мы не будем. Почему? Его что, нет в офисе? Приходи с документами. А лучше созвонитесь заранее. Николай, проводи девушку, пожалуйста.
ты узнала? Ну, пожалуй, ясности, конечно, никакой. Но если, мам, он тупо прячется от тебя в офисе, то поведение охранника понятно. Но тогда оно должно быть точно такое же, если он прячется от своих компаньонов. Почему это? Ну, а что же, они будут первовстречный рассказывать, что их шеф оказался крысой, прихватил кассу и слинял? Да, они будут. Но одна вещь мне непонятна. Хорошо. Что хорошо? Мам, хорошо, что тебе непонятно всего лишь одна вещь. Мне вот много чего непонятно. Непонятно ей. Итак, что же тебе непонятно? Если он так любит деньги, как ты говоришь, почему он подарил мне такой дорогущий подарок? Ну, в знак благодарности за прожитые годы. Да, так считаешь? Скорее надеюсь на это. Нет, это как раз очень может быть. Да, он не часто мне дарил что-то, но каждый раз это было что-то значительное. Мам, а знаешь, есть второй вариант. Какой? Чего ты так гаденько улыбаешься? Да вовсе не гаденько я улыбаюсь. Да? Ну а как? Ну, я думаю, загадочно. Ну и почему ты так загадочно улыбаешься? Может, браслет не может быть? Нет! Нет! Ну, как ты думаешь, уж бриллианты от стекляшки я могу как-нибудь отличить? Да? Да. Точно? Да, точно. Пойдем проверим. Пойдем проверим. Пойдем проверим. Нет. Топик, последнее китайское предупреждение. Еще раз позвонишь, я тебя забаню. Угу. У вас что, говорящая собака? Вы тоже считаете, что Тобик – это не имя для мужчины, да? Мам, мы сюда пришли, по-моему, не имя моего парня обсуждать, да? Да, да. Ты права, ты права. Извините. Простите, а вот для того, чтобы определить, настоящие это камни или нет, вам сколько нужно еще времени? Вы правы. Нисколько не нужно. Тогда, может, просто скажете? Что-то не так? Я тебе говорила. Подожди, еще не до конца все ясно. Ну и кто вам это впарил? Нам это не впаривали. Ну и где вы его взяли? Маме его подарили. Что вы хмыкаете? Вы можете просто сказать, настоящие это камни или нет? Здрасте. Здрасте. Ну, в общем так. Вы знаете что-нибудь о стразах? О, Боже. Да, мы знаем кое-что о стразах. Мы же не с Луны свалились. Да, знаем. Да, мы современные женщины. Ну, так вот. Это очень качественная бижутерия. Я могу вам дать за нее, ну, 1050. Ну, мам, нет. Подожди. Полтинник – неплохие деньги. Это моя степуха за год. Я сказала нет. Отдайте браслет. Ну, 75. Зачем он вам нужен, если это стекляшки? Ну, это не совсем стекляшки. А, нет. Да, это искусственные бриллианты. Да, они стоят, конечно, на порядок дешевле настоящих. Все, я знаю. Отдайте браслет. Ну, 85. Нет, я сказала, верните, пожалуйста, браслет. Девушка, вы карточку-то возьмите. Зачем? Ну, если вдруг захотите эти стекляшки продать, то больше вам все равно никто не даст. Ладно, спасибо. Мам! Пожалуйста. Ты чего? Стекляшки, ты представляешь? Это значит, он позволяет тебе дарить мне стекляшки? Мам, ювелир сказал, что это не совсем стекляшки. Совсем-совсем. Бриллианты, как и осетрина, имеют только одну свежесть. Почему ты тогда не продала? Или что, для тебя 85 тысяч не деньги? Для меня тоже 100 рублей деньги. Тогда в чем проблема?
чем? Мам! 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 Да остановись ты, господи! Ну чего тебе? По-моему, ты ударяешься в крайности. В крайности? Да. Да, ты так считаешь? Конечно, считаю, мам. Ты не согласилась продать стекляшки за 85 тысяч рублей, говоря о том, что у тебя и 100 рублей нет. А потом берешь и почти 100 штук выкидываешь в урну. Я выкидываю? Нет, ну не я же. Ты ничего не понимаешь. Это проявление женской гордости. Мам, это проявление женской глупости разбрасываться деньгами. А? Что ты сказала? Что? Что ты сейчас сказала? Мам, я считаю, я сказала, что глупо выбрасывать браслет даже с ненастоящими бриллиантами, которые стоят 85 тысяч рублей. Это я сделала? Да, мамочка, это ты сделала. Я выбросила браслет в урну? Да, ты выбросила браслет в урну. Вы где воспитывались? Женщины, вперед! Я извиняюсь, что-то потеряли? Никто ничего не терял. А вот вы потеряли совесть вашу. Почему? Просто показал, что вы передумали. Если что, деньги у меня с собой. Еще и бизнес потеряете. Бегать по улицам, покупать стекляшки в рабочее время. Нет, я просто подумал... Все, хватит! Не преследуйте меня! Пожалуйста. Его нет. Кого, мамуль? Браслета, Лиза. Да? Странно. Может, я бросила не в ту урну? Может быть. У нас здесь и урн больше нет. Нет, в этой стране ничего нельзя бросить в урну. Сразу все воруют. Мамуль, ну, не все же знатоки бриллиантов. Браслет очень правдоподобно выглядит. Дура, дура. Истеричка. Не убивайся, мамуль. Теперь я знаю, куда мы пойдем. Куда? Ты знаешь историю про молодого и старого врача? Опять твой анекдот. Мам, ну это скорее притча. Ну, рассказ. Все равно не отвяжешься. У одного человека в пупке был винтик. Он пошел к врачу. Потому что его достало, что у всех пупки как пупки, а у него винтик. Врач попался пожилой, с опытом. Он спрашивает, вам винтик мешает? Человек говорит, да не особо. Ну, врач ему и говорит, идите, живите. Человек к нему угомонился, пошел к другому врачу, попал к молодому. Молодой восклицает, о, винтик, сейчас мы его выкрутим. Взял отвертку, выкрутил винтик, и у него, мамочка, отвалилась попа. Ну и? Что? Как это применить к фальшивым бриллиантам? Ты помнишь, что на двери было ювелирной мастерской написано? Что? Новая ювелирная компания. Новая, молодая. Хорошо. Ну и что? Мам, я предлагаю обратиться в более старую компанию, опытную. Так, теперь буду говорить я. Здрасте. Это вы хотели меня видеть? Да. Ну, вот он я. Любуйтесь. Нравится? Ладно, ничего не говорите. Я эту прелесть вижу в зеркале каждый день уже 100 лет. Вы неплохо сохранились. Спасибо. Еще бы знать, зачем я так хорошо сохранился. Вероятно, вы делаете какую-то полезную работу для людей. Ладно, какие у вас проблемы? Нам нужна консультация.
За деньги, конечно. Ну, пожалуйста, я к вашим услугам. Дело в том, что моей маме любимый мужчина подарил браслет. Вам? Да, мне. Вас это удивляет? Не, меня это не удивляет. Меня удивляет, почему только браслет. А мог бы подарить и кольцо, и диадему. Хотя куда сегодня оденешь диадему? Да куда угодно. Хоть в ночной клуб. Да? Конечно. Вот видите, как я отстала от моды. Ну, продолжайте. Так вот, мама хочет узнать, как сильно ее любит этот мужчина. Ну, давайте браслет. Ваша мама может быть спокойна. Этот мужчина сильно ее любит. Да? А насколько сильно? Ну, думаю, 150. Вот видишь, по крайней мере, уже 2 раза дороже. Рублей? Почему рублей? Ну, потому что в нашей стране все расчеты ведутся в рублях. В вашей стране это будет 10-12 миллионов. Ну все. Спрятала. Да ладно. Куда? Ну, куда? Место надежное. Случайно не в белье? Следила за мной? Ой, мам, не говори глупости. Откуда ты знаешь, что я спрятала его туда? Потому что я смотрю телевизор. Что ты городишь? У нас нет телевизора, по которому показывают, что у нас происходит в спальне. Нет, не зря. Не зря говорят, что любовь и богатство ослепляют. Притом я бы добавила еще оглупляют. Ты перестань так с матерью разговаривать. Рассказала бы лучше про телевизор. Мам, ну 100 раз по телевизору говорили, что на первом месте это ошибка прятать деньги и драгоценности в комод. Ну, по первым делом, когда воры приходят, они несутся в комод и переворачивают все эти ящики. А вторым делом куда несутся? Бачок в туалете и морозилка в холодильнике. Кошмар. Угу. И куда бедному гражданину прятать свои ценности? Туда, куда воры никогда не полезут. Ну, какое-то видное место, понимаешь? О, вот сюда можно. Ну, не знаю, куда. В мусорное ведро. Мама, мам, вот это вот мусорное ведро и прочие мусорники мы уже проходили. Ну, тогда я не знаю, куда можно. Мам, я просто не понимаю, неужели Олег в этой квартире не сделал сейф? Почему не сделал? Сделал. Тогда чем мы здесь с тобой как две курицы бегаем-то? Сейф для этого и нужно, чтобы драгоценности класть. А, да? Правда? О, Господи, конечно, правда. Какая у меня умная дочь. Мама, где ваш сейф? Там. Ну? Что, ну? Мам, открывай. Я думаю, заклинание Сим-Сим откройся не подойдет. Я уверена, что не подойдет. Что же делать? Ты знаешь, мам, я думала, что ты сегодня перестанешь меня удивлять, но этот процесс бесконечный. Как сейфы открываются? Да откуда я знаю, как они открываются? Что, открывала, что ли, когда-нибудь? Я не пользовалась ими никогда. Мам, я тоже не открывала, но знаешь, что нужен код. Такое число заветное. Давай-ка ты сейчас немножко подсоберешься, перестанешь меня удивлять и разочаровывать. Я всегда была уверена, что моя мама умная, трезвая, веселая и самая сильная. Ну, конечно, конечно. Какая же еще? Да, оставим это. Давай-ка ты лучше попробуешь вспомнить,
Говорил ли тебе твой Олег, например, запомни это число? Запомни это число? А, кстати, говорил. Да? Так какое? Когда вернешься? Дня через 3. Я буду ждать тебя. Я позвоню, как приземлюсь. Запомни это число. 17.02.75. 17.02. Что-то знакомое. Это мой день рождения. Твой день рождения, который я прекрасно помню. Ну и ладно, ну и помни. Пока. Мам. Что? Цифры. Цифры 1000. Мам. Что? Что? Ну, 1, 9, 7, 5, что непонятного? 5. Класс. Может, в обратную сторону попробовать? Давай. О, давай, давай. Сейчас, дай сообразить. 5, 7, 9, 1, 20 и 71. Все, открывай. Тогда я попробую. Попробуй. 5, 7, 9, 1, 9, 1, 20, 71. Мам, это 7 в 7-й степени вариантов. Это сколько? Это очень много. До вечера... Что, Олег твой, дураком был? Нет, не дурак, конечно. Ну, даже дураки знают, что нельзя в качестве шифра оставить дату своего рождения. Да это в каждом турецком отеле пишет. Да, правильно. Давай-ка, мамуль, вспоминай. Ну, какие цифры он тебе еще говорил? Какие? Пять минут. Яйцо должно вариться 5 минут. Запомни. 5 минут. 5! 5 минут должно кипеть? Это не то. Папа. Милая рубашечка. Да, тебе нравится? А куда я буду в ней ходить? О, хоть куда? Хоть в ресторан со мной, хоть в офис. Я тебе уже говорил. В офисе дресс-код. Или белая, или светло-голубая. Ты будешь законодателем мод. Запомни. 101-й раз тебе говорю. Запомни. 101-й раз тебе говорю. 101-й раз тебе говорю, это, наверное, тоже не то. Ты что, в 3-й раз? Не на работу утром рано. О, нет, это, наверное, вовсе не то. Не помню. Жаль. Алло. Алло. Лиз. Алло. Я тут под окнами у тебя на детской площадке, как бездомный пес сижу. Ты очень вовремя позвонил.
Да, правда? Ты меня простила? Ты сейчас помолчи и послушай меня внимательно. Слушаю. А ты умеешь вскрывать сейфы? Нет. В смысле, что? Что? Сейфы вскрываешь? Что ты так удивляешься? Да я не удивляюсь, я... Ну вот, мне нужно вскрыть современный сейф, сможешь? Ты где, в банке? Неважно, скажи, да или нет. Да или нет? Нет. А друзья у тебя есть, которые этим занимаются? Нет, нету. Все, тогда сиди тихо и не отвлекай меня от работы. Какой мальчик хороший, из приличной семьи. Сказал испуганно, нет, и все. А какой-нибудь Уркаган пришел бы и сказал, детка, сейчас я взорву тебе этот чертов сейф. Спасибо, только урок в нашем доме не хватало. Мам, я образно. Ну ведь как-то воры вскрывают эти сейфы, я 100 раз в кино видела. Мам, я тоже в кино видела. Ну, надевают трубочки, крутят ручки и слушают. Мам, ну только мы не в кино. У нас реальная жизнь, реальный сейф. И, кстати, возможно, последнего поколения. Ну, прям невозможно его открыть. Ну, почему невозможно? Возможно. Тебе, скорее всего, специалист, его вскроют. Отлично, давай найдем этого специалиста. Где у вас компьютер? В кабинете. Мам, смотри, нам предлагают купить сейфы. Большие, маленькие, супернадежные, суперсовременные. Смотри, а тут вот цены выше. Ну, тут дают гарантию. Нам не нужна гарантия. Да и сейф нам не нужен, он у нас есть. Нам нужно его вскрыть. А если это вообще невозможно? Они дают полную гарантию по безопасности. Видишь? Ты смотришь не там. Посмотри, может, на час. Чего? Может, на час посмотри. Мам, зачем? Потому что они ремонтируют все. Чинят электричество, технику, посуду моют. Я однажды пользовалась услугами подобного мужчины. Очень, очень удобно. Да? Не надо так на меня смотреть. Это был сугубо деловой визит. Хотя он и был похож на Джорджа Клуни. Интересная новость. Повторяю тебе, ничего такого. Хотя он звонил потом несколько раз. Интересовался, не нужна ли его помощь. И что? И ты считаешь, там стоит в одном ряду услуга «Вскрою суперсовременный сейф»? Я считаю, сегодня все возможно. Ну, ладно. А кто это может быть? А может, это твой муж на час? Браслет! Браслет, спрячь надежное место! Мам, мы целый день занимаемся тем, что мы ищем это надежное место. Не знаю, ну куда-нибудь просто убери его. Слушай, а может быть, это те, у кого Олег твой спер кассу? А кто тебе сказал, что он вообще что-то и у кого-то спер? Слушай, ну он что-то-то сделал, раз он слинял. Возьми что-нибудь тяжелое. Зачем? Ну, всякий случай, возьми. Что мне взять? Не знаю. Что-нибудь, чем можно защититься. Стой здесь.
Да, мам. Да, я дома, я тебе перезвоню. Почему ее не открываю? А ты откуда знаешь? Боже. Сейчас. Ну, наконец-то. Мам, что случилось? Ты зажгла свою квартиру? Чего ты взяла? С канарейками. Они делают мою жизнь светлее. Привет, о, Ларис. Мой хороший. О, и ты здесь, детка. Привет. Пойди, возьми мою сумку. Ага. А почему ты с подсвечником? У вас что, света не было? Это знак, что нашей личной жизни ничего не светит. Не светит? Как это понимать? Мам, ты не ответила на мой вопрос? Ты своим вечно дымящим кальяном сожгла квартиру. Почти. О, боже, я так и знала. Я выгнала Александра Юрьевича. Что? Я попросила Александра Юрьевича исчезнуть из моей жизни. А, понятно. И ты туда же. Ты выгнала Александра Юрьевича? Да. Да, боюсь, одиночество в нашей семье наследственное. Ой, мой хороший. Ты сошла с ума. Он такой прекрасный, интеллигентный человек. Он меня совсем не любит. Подожди, Ларис, если ты его выгнала, что ты здесь делаешь? Ну... Что? Ну... Ну? Я попросила его уйти, он не ушел. Пришлось уйти мне. Ой. Спасибо. Что-то я не понимаю. Значит, мы все одновременно остались без своих мужчин? Выходит, что так. С ума можно сойти. Ведь кому расскажешь, не поверит. Ну, мы с вами все-таки родственницы. Это да. Точно. Это генетика. Ну, я же говорю, родовые связи. Что касается меня, то на меня сегодня нашла какая-то дурь. Не знаю, какая сегодня вожжа под хвост попала. Ну, если честно, мне тоже вожжа. Ну, а в моем случае, если это была вожжа, попала она кому-то другому, не мне. Не, Ларис, я ей говорю, что ее Алексу заранее спланировала. Никакая мама – это не вожжа. Нет, ну если он тебе написал записку, то это действительно так. Но, честно говоря, девчонки, знаете, мне всегда нравилось оставаться без мужчин. Мама! Что? Лиза здесь. Что подумает про тебя? О, Господи, мама. Лизок, это было не так часто. Но когда это случалось, и когда проходило некоторое время, это вот неизвестность и возможность все-таки встретить принца меня всегда будоражила. Значит, ты понимала, что все, кто были до, были не принцами? Понимала. Хотя в каждом из них были какие-то признаки. Но... Да? Да. Например? Главный признак принца – это белый конь. Угу. Белый конь. А, конь тоже неплохо. Вон, знаете что, дамочки, я вам скажу. Какие же вы молодцы, что вы так рано рожали. Вот мы с вами тут сидим, а кто-нибудь может подумать, что мы с вами три сестры. Разве что слепой. Ща. Можно салфеточку? Спасибо. Так. Мама, иди сюда. Ну, не подлизывайся. Ну, давай иди. Ну, иди. Иди, садись. Ну, смотрите, какие мы классные. Ну, классные. Ну, что, я не права? В чем-то где-то и права. А говорила, что слепой. Ну, если не слепой, то очень близорукий. Мама, я вот просила же не ходить чашками по дому. Выпей чай на кухне. У нас эксклюзивная мебель. Это не совсем чай. Вернее, это совсем не чай. У меня стресс, мне нужно успокоиться. Хочешь глоточек? Нет. Ой, я бы выпила. Угу. Я всегда говорила, что это копия бабушки. А что плохого в ее бабушке? Держи. Ничего.
Что? Ох, адская смесь, правда. Слушай, как вкусненько. Мам, попробуй. Да не хочу. Да выпей, выпей. Мать и дочь тебе плохого не посоветуют. Да? Да. Ну, конечно. Мам, попробуй. Не хочу я. Мам. Ну, не буду. Аккуратней. Господи! Адская какая-то мерзкая штука. Да? Это очень крепко. Не знаю, мне понравилось. Что, ты можешь выпить вот целую чашку вот этого пойла и остаться на ногах? Ну вот чья, специально выпью, чтобы свалиться и не просыпаться до утра. У тебя много еще такой штуки? Нам хватит, девочки. Я только не понимаю одного. Почему нужно пить вот этот вот из чашки? Почему нельзя из бокала? Бокал. Можно из бокала. Ну, мама, она сна не в одном глазу. А почему вы мне так долго не открывали дверь? Мы с мамой открывали сейф. А, сейф. А что ты думаешь, твой Олег его не опустошил перед тем, как сбежать? Ну что молчишь? А мы не для того, чтобы оттуда что-то взять. А тогда зачем? А для того, чтобы туда что-то положить. Да. Что? Олег, Лариса, маме, перед тем, как слинять, подарил подарок. Такой дорогой или такой уродливый, что его нельзя носить? Уродливый! Мама, мама, спокуха, спокуха. Второе. Да ты что? Первое. Дорогущий. Да. Кому как. Ювелир сказал 10-12 миллионов. Миллионов. Рублей. В нашей стране все расчеты ведутся в рублях. В рублях. Так ты теперь богатая? Чё молчишь? Ну нет, ну не то чтобы... Да ладно, не прибедняйся. Мам, ну правда, не прибедняйся. Который час? Девочки, уже полтретьего, реально, хорош, все, хорош. Все, давайте заканчиваем. Девочки, ну правда. А, пошли они! Мам, мам, пошли! Вон две, все три молодые, красивые девушки собрались! Да? Вместе! Родственницы не просто так! Родственницы! Лариса! Да, Тобик. Нет, сегодня мы не сможем с тобой увидеться. Мне нужно помогать бабушке. А я начал исправляться. Да? Каким это образом? Ну, я сегодня на завтрак ел овсянку, и она мне... Ну? Ну? Очень понравилось. Да? Слушай, ну прекрасно. Подожди, а кто тебе ее готовил? Приготовил? Никто. Я сам. А
Ты знаешь, как готовить овсянку? Я не знаю. А как ты ее ел? Ну, очень просто, ложкой из банки. Сухую? А я другую не нашел. Почти 12. Поздновато, конечно, для завтрака. Нормально. У нас вчера была ночная смена. Не, ну вы представляете, он ел сухую овсянку, и ему понравилось. Как ты думаешь, это что? Я думаю, это любовь. Ой, мам, ты думаешь, твой Олег бы мог пойти ради тебя на такие жертвы? А я думаю, это глупость. Зато мы будем есть овсянку по всем правилам. Я думаю, да, о, пахнет вкусно, о, пахнет вкусно. Божественно. Ой, спасибо. Научила я чему-то все-таки свою дочь, да? А я свою. Ага. Ты кого-то ждешь? Лиза, где подсвечник? Пошли, пошли, давай, давай. Миша. Здравствуйте, Татьяна Михайловна. Привет, как у тебя день? Пятница. Правда, что ли? Нет, не может быть. Почему не может быть? Вот вчера был четверг. А это кто? Это Миша, мой ученик, а я со всеми нашими делами забыла про то, что у нас урок. Да, в 12. Я все задания сделал, мама проверила. А, вот мама твоя. Она здесь еще? Она же тебя привезла? Ну да. Не уехала еще? Уже уехала заплатить за охрану. Ну ладно, проходи. Здравствуйте. Я Миша. Очень приятно. А я Лариса. Я мама Татьяны. Здорово. А я Лиза, дочка твоей учительницы. Очень приятно. Значит, Лариса, ваша бабушка? Так, Миша, запомни, я никакая не бабушка, я Лариса. Понял? Окей, окей, я понял. У меня такая же Тома есть дома. Вот и хорошо. Ну что? Будем знакомы. Ага. Ага. Так. Ага. А, где же это? Так, вот. Сам Мэнни. Сделаешь, так, эти вот три упражнения. Я пока сделаю свои дела. Потом приду к тебе. По-моему, мы эти три упражнения уже сделали. Да? Да. Как странно, они не отмечены, но хорошо. Давай тогда. Вот. Вторая часть Анмери. А, так, вот эти три упражнения делай. Ага. Вот, все. Я скоро приду. Мам, твой кофе. Как я могла забыть про урок? А скоро ты вообще перестанешь удивляться тому, что что-то забыла? Добрая какая мама. Какая есть. Итак, давайте подобьем бабки. Ага. Что это? Ну, давайте разберемся, что у нас есть, а чего нет. Итак, значит, у меня есть квартира, но в ней пока еще живет Александр Юрьевич. Пока? Мам, нет, перестань. Ты что, серьезно собралась расстаться с Александром Юрьевичем? А я еще серьезно об этом не думала. Но за компанию могу. Угу. Угу. За компанию. Ларис, ну ты даешь, конечно. Что, что? Ну что, поживем втроем в свое удовольствие? А, ну кайф! Мама! Что? Что мы будем делать втроем? Ага. Искать себе новые пары. Круто. Тебе не кажется, что наши искания лежат, ну, как-то в разных возрастных категориях, что ли? Совсем не кажется. А вот мне тоже не кажется. Вот от меня, Ларисочка, тебе лайк. И тебе тоже, моя девочка. Значит так, что у тебя есть? Квартира, машина, дача. Вот что у меня есть. Угу. Теперь твоя очередь. Ну, у меня только стипендия. А у меня, извините, пенсия. И браслет. Ну, мам, ты у нас самая имущая. Да. Так получается. А я где-то слышала, что драгоценности можно положить в банк, а потом жить и проценты. Не где-то, а где-то во Франции, Англии, Америке и, по-моему, Германии. Да. А у нас чего, там нельзя? Я бы не рискнула. Мам, а внедорожник Олега
Он же стоит кучу бабок. Если Олег слинял, то мы можем либо его продать, ну или хотя бы покататься на нем. Здравая мысль. Таня. Ну, поехали, посмотрим. У тебя есть ключи? Да, есть. А где этот внедорожник-то стоит? Стоял на стоянке около офиса. А тогда чего мы ждем? Так погнали. Нет. Мы ждем, когда Мишина мама заберет Мишу. И мне нужно спрятать этот браслет. Ну я же не могу все время таскать его. С собой. Так, Миш, подожди, сейчас. Ищите? Скорее, не хочу потерять. В чем дело? Ни в чем. Так, думаю, машину Олега можно вычеркивать. Почему? У тебя же была доверенность. Мне только что объяснили, что моя доверенность больше не действительна. Печально. Тачка реально крутая. А на кого оформлена дача? Дача! Так, пошли отсюда. Больше мы не будем делать таких глупостей. На дачу поедем ночью. Почему ночью? Я думаю, бабушка права. Мы что, в ссоре? Почему? Чего это вдруг ты назвала меня бабушкой? Я назвала тебя бабушкой? Ну, я, наверное, думала, что аргумент будет более весомый. Прости, прости, Лариса, прости. Другое дело. Значит, договорились, да, ночью? Да. Договорились, да. Но нужно что-то срочно придумать с браслетом. Слушайте, это я да. Не могу все время гулять по городу, знаешь, что у меня в сумке 150 тысяч, да еще не рублей. Ты же сказала, что ты его спрятала. Я сказала, но не спрятала. То есть ты гуляешь с 10 лимонами, а если у тебя сумку кто-нибудь вообще вырвет? Тихо, ты что орешь-то так? Ты хочешь, чтобы об этом знали не только мы? Может, тогда положить его в банковскую ячейку? А вот это трезвая мысль. Кстати, у меня есть банковская ячейка. Ну, нет. Я хочу, чтобы мой браслет был при мне, а не в какой-то там ячейке. Это я могу понять тоже. Значит, нам нужно что? Ситуация не изменилась. Нам нужно открыть сейф, при том так его открыть, что потом закрыть. Кстати, Лариса, у тебя нет никаких случайно знакомых таких? Случайно? Совсем случайно? Но. Есть. Мам, у тебя есть знакомый медвежатник? Зачем такие грубые слова? Он вполне интеллигентный человек. Не, она молчит. У тебя есть такой человек, а она молчит. Вот это да. Вот это да. Ну, не то чтобы есть, скорее всего, он был. А, был. Но просто мы не виделись с ними лет 10, может быть, больше. Ну, у тебя остался его номер телефона? Номер телефона скорее нет. Вот так всегда. Вот, мам, вот ты в своем репертуаре. Сначала на любой вопрос да, а потом, когда ходит до дела, оказывается, нет. Что в этом плохого? С мужчинами это прекрасно работает. Они потом становятся шелками. Это как? Тебе не обязательно знать. Почему это, Ларис? Ну-ка, расскажи, как это работает. Ты понимаешь, все очень просто. Мама, прошу тебя, мы собрались не для обмена сексуальными премудростями. Девочки, я тебе потом расскажу. Я напомню. Не нужно. Я еще пока не маразм, меня еще бесплатно подвозят молодые мужчины. Мам, все! Прошу, хватит, стоп! Мы говорим о важных вещах. И сейчас важно, чтобы «да» означало «да», а не «нет» или «не может быть» или еще что-нибудь. Итак, у тебя есть его номер телефона? Скорее нет. Значит, у тебя нет человека. Почему это? Потому что если у тебя нет его номера телефона, мы не сможем его найти. Почему не сможем? Я знаю, где он живет и где он работает. Так погнали к нему! Вперед!
познакомились мы при странных обстоятельствах. Мам, я думаю, что это не важно, как вы познакомились. Самое главное, чтобы мы его нашли. А мне, мам, интересно. А мне нет. Ты можешь не слушать. У меня тогда был роман с одним кинорежиссером. Ой, боже. Так, это не мое. Это вообще не мое. Так, а где же мое? Боже, боже, боже. Мерзавец, а? Мерзавец. Это я плохая актриса, да? Это говоришь ты мне? Тебе! Я бы тебя никогда не взял сниматься в свои фильмы. Вот поэтому я и не актриса. А зарабатываю себе на жизнь знанием трех языков. А интересно, каких это? Каких? Не о тех, о которых ты подумал. А каких я это подумал? Вообще, что ты понимаешь в настоящей актерской женской игре? Посмотри, кого ты снимаешь. Какую-то недоучку с перекачанными губами и с пересаженной коровой грудью. Это в тебе говорит зависть! Во мне говорит образование и врожденный вкус. И вообще, кто смотрит твои фильмы? Только я. И только чтобы не заниматься с тобой сексом. Это ты преувеличиваешь? Да? Что ж получается, что твои фильмы вообще никто не смотрит? Чудесно, прекрасно. Дернула меня сесть в твою машину. Одна радость. Одна. Что мне не придется возвращать тебе твои подарки, потому что ты их мне никогда не дарил. Не дарил? А как же полная коллекция моих фильмов? Извини, но та помойка, в которую их выбросила, уже давно сгорела. Прощай. Прощай! А как... 300! Не может быть, не может быть, блин, блин. Добрый вечер. Ничего подобного. Ничего подобного в смысле не добрый? Именно. Ужасный, отвратительный, совершенно никчемный вечер. Проблемы? Огромные. Могу помочь? А вы кто? Я вас здесь никогда не видел раньше. Странно. Я вас здесь никогда не видел. Вы здесь живете? Иногда. Ну как? Если точнее, то редко. Если совсем точно, совсем редко. Понятно. Так, может, расскажете, в чем проблема-то? А вот расскажу. Я весь внимание. Значит так, вам... Подробно, не комкая или достаточно в двух словах? А как вам удобно? Я познакомилась недавно с одним. Ну, в общем, оказался ничтожеством. Предисловие опустим. Ну, когда я это поняла и начала собираться, то как-то в спешке потеряла у него ключи дома. А ехать к нему и возвращаться я не хочу, я не буду. Понятно. Понятно. Да что вам понятно? В общем, все понятно. Надо же, какой понятливый мужчина. Есть немного. Ну, и что? Ну что ж, помочь вашей проблеме можно двумя способами. Первый. Поехать к вашему постылому и взять у него ключи. Кстати, он далеко живет. Минут 30 на машине по пустому городу. Ага. Няга, няга. Давайте, какой там у вас второй способ? А второй самый простой. Взять и просто открыть вашу дверь. Просто? Просто. А что мудрить-то? Вы что, с луны свалились? А? Или вы глухой? А? Я же вам сказал, что ключи потерял или забыл.
Я все прекрасно понял. Ну и как же вы собираетесь ее открыть? Она же вон голд железная. Она с сейфовым замком. Она дорогущая. Дорогая, простите, не знаю вашего имени. Ну, Лариса. Лариса. А я Константин. Друзья называют меня кот или иногда котик. Прекрасно. А вас как друзья называют? Меня не знаю я. Лорик, Ларчик. Ларчик. Мне второй нравится. Ларчик. Ну, прекрасно, котик, прекрасно. Что дальше? Дальше вопрос. Скажите мне, Ларчик, известна ли вам такая фраза, что открывают не двери, а замки? Замки? Нет, неизвестно. Между тем, это очень точная фраза. И что вы хотите ей сказать? Я хочу спросить у вас, вы что думаете у вашего соседа? Дверь менее сложная и менее дорогая, чем ваша? И что, он открыл твою дверь, Ларис? Глупый вопрос. Примерно секунд за 40. Ну вот. А Ларчик-то просто открывался. Что вы имеете в виду? Я имею в виду дверь. А вы, Ларчик? Мама, ты что, переспала с ним при первой же встрече? Ты не представляешь, как это было сексуально, когда он просто вот взял и вскрыл мою дверь. Круто, Ларчик! Ну, мама. Ведь этот человек не пускал меня на свидание в 7 классе. И правильно делала. Если бы пустила, твоя дочь сейчас была бы на 3 года старше. А что он у соседа делал? Как раз то, что нам нужно. Мама, не пугай меня. То, о чем я думаю? Именно. Открывал сейф. Открывал ты это называешь, да? Ты называешь это открывал? Ну, как это по-другому еще назвать? А что, он оказался вором? Лиза, останови, пожалуйста. Зачем, мам? Останови, говорю. Танечка, что случилось? Укачалась? Нет, не укачалась. Но меня тошнит. От чего? Ты к кому нас везешь, мам? К котику. Нет, везешь нас не к котику, а к хищнику, который питается чужим добром. Танечка, я не понимаю, тебе нужно открыть сейф? Нужно. Прекрасно. Он тебе сделает это в 2 счета. Я не хочу, чтобы мой сейф вскрывал какой-то сомнительный тип, который, да, он его вскроет на раз, при нас. А когда нас не будет, придет опять и вскроет еще раз. Да ты просто не знаешь моего котика. Не знаю и знать не хочу. Извини, но другого способа я не знаю. Я просто думаю, что где-то должны быть честные люди, способные вскрыть этот сейф. Не, мам, возможно, конечно, они и есть. Только где гарантии, что эти люди, которых мы найдем в прямом смысле по объявлению, окажутся действительно честными? У меня вон на мойке дырят всякие мелочи. То зажигалку, то тряпку какую-нибудь. Поехали. Все, мам. Я не хочу ехать. Мам, я не поеду. Подумай. Ты подумай. Ну, ты обращаешься к неизвестным врачам. Ну, какая связь? Да просто. Лучше обратиться к знакомому медвежатнику, чем связываться неизвестно с кем. Прекратите называть моего котика медвежатником. Mm-hmm. Ну, что за слова? Mm-hmm. Медвежатники – это огромные, необразованные мужики, которые вскрывали с помощью своей силы сейфы в прошлом веке. Сейчас делают это совершенно другие люди. Ну, вот откуда ты знаешь? У меня богатый жизненный опыт. Мам, поехали, здесь стоять нельзя. Да. Ну, Танечка, девочка моя, ну, успокойся, я ж тебе плохого не пожелаю. Ты увидишь котика, сама все поймешь. У главы фирмы он устанавливает сейфы даже в банках. В банках? Да. Это вот в подобный банк ты мне советовала в ячейку положить последнее, что у меня есть. Да, мам? Спасибо. Между прочим, ячейка – это очень надежная штука. Очень надежная. Особенно, если устанавливала фирма подобных котиков. Познакомишься с ним, тебе будет стыдно за свои слова. Не будет. Вот ему. Ему же не было стыдно признаваться тебе в том, что он вскрыл соседский сейф. А он мне сказал, чтобы я успокоилась, что у соседа будет все в порядке, вот тебе еще наворует. Ах, так он еще и благородный вор, наш котик.
Робин Гуд, Юрий Деточкин. Нет, просто котик. Дамочки, поехали. Вон там, на перекрестке, налево. Поворачиваем сюда. Кстати, того хмыря потом посадили. Ах, да. Так этот кот еще и сидел. Котик? За что? Я говорю о своем соседе. Ему дали 7 лет за воровство. Мама, в твоем окружении есть порядочные люди или нет? Котик, это верх порядочности. Лиза? Да. Насколько я выгляжу? О, на мамин браслет. А возраст? Ну, лет на 35. Насколько я тогда выгляжу? Тоже на 35. Вот недаром я всегда и везде говорю, что Лизка – это моя любимая внучка. Да, есть еще какие-то. Надеюсь, что нет. Просто Танечка. Так, смешночка. Надо же. На чужие деньги какие хоромы отгрохал. Мебель. Итальянская. Не шипи. А то дома поставлю в угол. Мама. Ну и что это за старая знакомая, которая хочет меня видеть? Так, все. Держи. Добрый день. Здрасте. Вижу, три молодые красавицы. Это я. А это я? Это я, котик. Ларчик. Боже мой. Боже мой, Ларчик. Какая неожиданная, какая приятная встреча. Боже мой. Боже мой. Ларчик. Ларчик. А ты все такая же молодая и прекрасная. Ты не меняешься. Скажи, пожалуйста, а что у нас тогда произошло? Ты куда-то вышла утром и растаяла, как туман. А можешь спросить, куда ты вышла? Да, в общем-то, никуда. Замуж. Да. Я почему-то так и думал. Милые дамы, а позвольте провести небольшую экскурсию по офису, пока нам готовят кофе, чай и все прочее. Я очень хочу. Замечательно. А пальто, куртки, сумки вы смело можете оставить здесь. Да нет, я сумку возьму с собой. Да вы не беспокойтесь, у меня здесь все как в сейфе. Потом кругом камеры, видеонаблюдение. Да ладно, мам, доставьте сумку, господин отвечает за сохранность. Отвечаю. А что, у вас там что-то очень ценное? А? Я вот как раз хотел тебе рассказать. Нет, у нас там ничего ценного нету. Нету ничего ценного. Тем более. Прошу. Как у тебя все хорошо, красиво. Вот это относительно... Да нет, скорее недорогие... Огнестойкие, средней вместимости, взломостойкость первого класса. Ух ты, как круто! Такой вроде маленький, неказистый. Первый класс – это самый лучший. Наоборот. Я всегда говорю, хороший не может быть некрасивым. Правда, котик? А это какой класс? Прошу сюда. Ну вот эти уже подороже. И взломостойкость третьего класса. Ой, прикольный. Но это не самое главное. А какой из них самый надежный? А, значит, все-таки у вас есть что-то очень ценное, что вы хотите спрятать. У нас? Нет, у нас нет ничего. Мы просто интересуемся, ну раз уж вы нас сюда привели. Так что, какой самый надежный? Он не там. Из тех, что представлены, вот этот. О! Прошу. Ага.
Как у него со взлома... А, стойкостью, мам. Да. У этого пятерочка. Это означает, что его нельзя вскрыть? Да как вам сказать? Ну, честно. Ну, если честно, то вскрыть можно любой сейф. Круто, мам, ты видишь, как хорошо. Кто-то обещал напоить нас кофе. А, да. Думаю, уже все готово. Прошу вас. Пойдемте, девочки. Девочки, вы идите, я позвоню. Нужно. Пап, привет. Привет. Занят? Ну, так, немножко занят. Хорошо. А, у меня тоже мало времени. Важное сообщение, поэтому давай сразу без лишних вопросов. Ну, говори, что случилось. Да тут такое дело, пап. Слушай, Валя, ты играешь или треплешься? Да-да-да, и сейчас, извини, Михалыч. Ну, говори, у меня тоже мало времени. В общем, так. Мама, свободна. Как это? Так это. Очень просто. Ее миллионер исчез. А ты откуда знаешь? Да знаю, пап. Ты что, не рад? Ну, рад, конечно, но... Как тебе сказать? Ты вроде говорил, что любишь маму. Конечно, люблю, но... Что но? Но я за это время богаче не стал. Да, это ее сейчас мало уже волнует. Как это? А, да потому что она сама богатая. Ну, и что? Что ты предлагаешь? Знаешь, пап, ты иногда такие вопросы задаешь, что я сомневаюсь, что я твоя дочь. В смысле? Ты, когда с ней познакомился, ты вообще что-то делал? Ну, как сказать? Благодарю. Делал, но... Спасибо. Ну вот, постарайся что-то подобное предпринять сейчас. Но... Все, пап, я больше не могу говорить пока. Ну что, поехали? Да. Угу. Мама, спасибо. Спасибо. А вы не с нами? Нет, выезжайте, я за вами. А вы на чем? На своей машине. На этой? Неважно. Ну и тогда вашей дочери не придется везти меня обратно. Правильная мысль. Угу. Ну что? А я вам говорил, что котик милый. Да. Кстати, мама, тебе папа привет передавал. Папа? Папа, папа. Странно. Что это он обо мне вспомнил? Заниматься фигней. Что? Я говорю, может, ты бросишь свою скрипку, да поможешь девушке? Бросить скрипку? Ну, не бросай. Ну, помоги, а? Давай, сейчас помогу. О, умно. Сам придумал? Ну да, так всегда руки свободны. Не знаю, как всегда, но сейчас мне это точно пригодится. Давай. Так, здесь так, а это аккуратнее, у него ручка сломана. Нет, стой здесь. Держи, я сам. Да, держу, держу, привыкшая уже. Подожди-ка.
Да, вспомню, тут кое-что есть. Да? Пригодится. Ты куда? Вернешься, что ли? Да, да, сейчас, сейчас. Не обманешь? Вот веревка. Не волнуйся, сейчас лифт придет. Ага. Не придет. Да не, не, придет, придет. Да не придет. Почему? Лифта нет. Да, лифта нет. Сейчас могу тебя. Да не надо, не надо, не надо, я сам. Сам, сам. Сам. Ты бы лучше спортом занимался, чем спорить. Да каким спортом? Да, хоть футбол. Да что у вас там такое тяжелое? Струю? Да как сказать? Моя скрипка. Скрипка? Ну да. Как? Ну, ты, чтобы прокормиться, на скрипке играешь. А я торгую, чем могу. Может, хватит фигней заниматься? В каком смысле? Пошли. Ну что, как там с этой взлома стойкостью? Да. На троечку. А, да. На троечку. Ну, на троечку. Хорошо. Покупали не у нас. А, не знаю. Я знаю. Придется немного повозиться. Может, тогда чаю, кофе? Ага, кофейку. Я бы с удовольствием. Ага. О, а что это у вас? Секретные инструменты? А где же это? Ну... Что? Трубочка в уши. Фонендоскоп. Фонендоскоп — это вчерашний день. Кино насмотрелись. Теперь техника шагнула так далеко вперед. О! Фонендоскоп — это прошлый век, а мы на переднем крае науки. Кто это мы? Танечка, ты хотела кофе приготовить? Да. А мы не будем мешать вам? Нет. Если не будете петь, громко разговаривать и стучать ногтями по столу. Ну, мы не будем. Прекрасно. Нет, нет, не может быть! А что там? Не может быть!
Танечка, что случилось? А, мама, что случилось? Ну, я так и знала, я так и знала. В чем дело? Это все твой кот. Оставьте Астати. А я не хотела, потому что я чувствовала, я знала. Да ты скажешь, в чем дело? Браслет украли, вот в чем дело. Танечка, что случилось? А? Мама, что случилось? Ну, я так и знала, я так и знала. В чем дело? Это все твой кот. Оставьте Астати. А я не хотела, потому что я чувствовала, я знала. Да ты скажешь, в чем дело? Браслет украли, вот в чем дело. Простите, а в чем дело? А вы не знаете. А откуда я могу знать? Может, объясните, что произошло? Мам! Мам! Вот, мама, твои интеллигентные знакомые. Еще халат белый надел, да? А чем вам не нравится мой халат? Да нет, халат как раз идеальный. А вот то, что прячется под халатом. Мамочка, может быть, ты перестанешь кричать? Может быть, он не пропал? Ты уверена? Я уверена, уверена! И прекрати истерить. Я сама не помню, что куда кладу. Сколько раз что-то теряла, потом находила. Вот, казалось, положила сюда, потом находила совершенно в другом месте. Просто мистика какая-то. Вот. Конечно. Это не мистика. Да. Это склероз в лучшем случае. А в худшем случае что? Маразм, мам, маразм. Сама говоришь, что не помнишь, куда что кладешь. Мама, мама. О, как у вас тут все устроено-то, а? Доживешь до моих лет, посмотрим, что с тобой будет. Посмотрим. Кстати, тебе немного осталось. Да сколько мне осталось? Девочки, 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 давайте не ссорьтесь, а? Мы еще не ссоримся. Да, мам, правда, давайте спокойно. Все проверим. Давай проверим. Сама можешь все проверить. Вот, пожалуйста, проверь. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Да. Ну как, нет? Нету? Нету? Убедилась? Да, убедилась. И как такое может быть? Это нужно у хорошего знакомого твоей бабушки спросить, как. Да, да, дорогой у нас получился с вами чаек в вашем офисе. Девочки, 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 а давайте мы все успокоимся. Ларчик? Слышь, Ларчик! Лариса,
Может, объяснишь, что произошло? Объяснить? Попробую. Когда мы посещали твой офис... Как вы сказали, самый надежный в мире сейф! Я рассказал. Да, котик, ты так и сказал. Ты, конечно, сказал. Так вот, он еще был. А когда мы вернулись сюда, Татьяна говорит, что его уже нет. Ага. Татьяна говорит, сами видели. Чего нет-то? Может, поподробнее? Мама. Брас. А это не важно, чего нету. Самое главное, что его уже нету. Послушайте, у мамы не стало одной дорогой вещи. Не дорогой, а очень дорогой. Очень дорогой. Более того, скажи, что она была для меня бесценна. А простите, не та ли эта вещь, которую вы собирались положить в ваш сейф? Да, та. Вы удивительно догадливая для приятеля моей мамы. Да, это именно она. Татьяна. Мама. Лиза. Прости, котик, она немного взвинчена. А нет, нет, а очень интересно посмотреть, как выглядит сильная взвинченность. Сильная? У вас еще все впереди. Это мне. Ну, ответь уже, сколько он скулить будет. А мы подождем. Нам торопиться некуда. Говори, детка, спокойно. А тут пока все постынет. Привет, Лиз. Привет, Тобик. А я тебя в универе ищу. Я уже не Тобик. А кто? Я сменил ник. Поздравляю. И как тебя называть? Грустный То. О, грустный. Да, между прочим, я тебя всюду искал. И в чатах, и на форумах. Напрасно ты это делаешь. А почему? Ну, потому что я не сижу в сетях. Вы меня простите, я наушники забыла. Говори, Лизочка. Извини, Тобик, я не могу говорить. Ты не можешь говорить? Ты себе кого-то нашла? Нет, я никого не нашла, я потеряла. И не я, а моя мама. И вообще, короче, на меня накатил реал. Что может быть интересного в реале? Чтобы ты знал, грустный То, а реал круче, чем на 80-м левле. Да ладно. Да я серьезно. Ты даже не видела мой новый статус? Честно говоря, нет. Вот он реально крут. Да? Ты все сказал? Нет. Тогда говорю, у тебя 30 секунд. Почему ты ушла? Почему ты ушла из сети? Я же тебе говорю, я сейчас тащусь от реала. Ну ты вернешься? Все. Время закончилось. Простите, пожалуйста, можете продолжить. Ну что ж, по-моему, сделали паузу как раз вовремя. Спасибо, Лиза. Да без проблем. А теперь давайте-ка во всем подробненько разберемся. Да. Значит, первое. У вас вроде бы пропала какая-то ценная вещь, да? Не вроде бы. Не вроде бы. Она пропала. Как говорит моя дочь, пропала в реале. Не в реале, а реально. Да все равно. И второе. Вы считаете, что она пропала у вас, когда вы были у меня в офисе? Ну а где еще? Мы больше нигде не были. Мам, можно я? Правильно. Пусть Лизочка лучше говорит. Она у нас девочка спокойная, еще до маразма ей далеко. Да пускай говорит, пускай говорит. Спасибо. Понимаете, просто мама ни на секунду нигде сумку не оставляла, кроме как у вас в офисе. Я хочу, чтобы вы знали и передали своей маме. У меня в офисе никогда ни у кого ничего не пропадало и пропасть не может. Да? По определению. Это дело чести, мы продаем безопасность. Ну, так можете меня поздравить, потому что я оказалась первой счастливой посетительницей вашего офиса, у которой увели браслет ценный стоимостью в 10 миллионов. Неплохой браслетик, очевидно. И вы утверждаете, что он пропал у вас, когда вы были у меня в офисе. Судя по всему, да. По вам. Что мне полагаются, наверное, цветы и подарок в виде воздушного шарика? Да? Я говорила, вор всегда есть вор. Даже когда он продает безопасность. Секундочку. Защиту от воров.
Секундочку, если вы имеете в виду меня... Да вы извините, пожалуйста, мою маму. Она просто очень расстроена, потому что ты подарок ее последнего мужа. И его просто, как сказать-то, не стало. И перед тем, как его не стало, он оставил ей браслет. А теперь, благодаря вам, у меня нет и браслета. Минуточку. Но если вы помните, я все время находился рядом с вами. Помните? Я-то помню, у меня еще склероза нет. Ну, тогда давайте спокойно во всем разберемся. Со мной вы уже разобрались. Вон, с ними разбирайтесь. У одной стипендия, у другой пенсия. Выбирайте любую. Ларочка, а ты не можешь заставить свою дочь немного помолчать? Мать ты или не мать? Танечка, угомонись. Да, конечно. А ну, помолчи! Мать твоя! Тебе говорит. А? Ну, другое дело. А теперь, если вы признаете, что я все время находился рядом с вами, значит, я этого сделать никак не мог. Вспомнили? Вспомнили или нет? Вспомнили, вспомнили. Что дальше? Значит, я все время был рядом с вами? И к вашей сумочке не прикасался, да? Что ты, котик? На тебя никто не думает. Ну, мам, ты за всех не расписывайся, если так уж, пожалуйста. И тем не менее, я повторяю, я к вашей сумочке не прикасался. Да, то есть дамские сумочки не ваш профиль, да? Слушай, мам, тебе не кажется, что ты перегибаешь? Ты можешь себя в руки взять? Ты не указывай мне, как вести себя, ладно? Тань, прекрати, кот прав. Надо начать расследование. Мы сейчас как в детективе Агаты Кристи. Все под колпаком. Это как минимум. Да, интересно. А кто же Пуаро? Не, ну, ребят, ну кто-то ж его взял. Вот именно кто-то. И мы сейчас поедем в офис и узнаем, кто. Ты что, собираешься обыскивать своих сотрудников? Нет, конечно нет. Более того, я абсолютно уверен, что у меня в конторе работают исключительно честные люди. Честные! Рыба гниет с головы. С головы. Танечка, девочка моя, я понимаю, что ты расстроена. Но нельзя ж так. Ну что ж ты все мне серенькая? Ты же у меня леди. Не, мам, хватит доставать кота. Я просто поражаюсь его выдержке. Другой бы послал бы тебя куда подальше. Послал меня? Меня послал. Ты так говоришь, потому что тебя никогда не бросали. Еще потому, что у тебя никогда не было такого дракучего браслета. Мам, мам, ну хватит, ну хватит. Ну чего ты? Ну, мам, ну прости. Ну вот, славненько, все успокоились. Можем начать расследование. Все, расследование. Начинаем расследование. Все, по коням. Все. Да. Кстати, что касается пословиц и поговорок, могу напомнить еще одну. Не пойман, не вор. Конечно. Как же вас поймаешь, когда вы весь из себя такой котик? Ну, хватит меня щипать. Мяу. Ну, кто едет со мной? Куда вы там все собрались-то? Мы еще с полицией Пуаро не вызвали. Да нет, я хочу вернуться в офис немедленно и просмотреть все записи с камер видеонаблюдения, потому что если допустить недопустимое, что у вас браслет кто-то украл, то это могло произойти только в тот момент, когда я проводил с вами экскурсию по офису. Логично. Вот. Конечно. Рабочий день у нас до 7, поэтому если мы вернемся прямо сейчас, все будут на месте. Ну что, едем? Конечно. Не едем, мчимся. Так, как я понимаю, это уже не надо скрывать. Благодаря вам не нужно. Да, мам, ты права, он действительно большой мастер. Знаешь, мам, это уже не смешно. Лиза, хватит, хватит. И на том факультете учишься. Надо было тебе адвокатом стать. Я вот все думаю. О чем? О твоем разговоре с этим грозным Тобиком. Ты
хотела сказать, с грустным «то»? Именно. А какая разница? Как это какая? Большая. Когда у него все было хорошо, у него на аватарке стояла фотография с веселым щенком и ник Тобик. Понятно. Ну, а когда обстоятельства изменились, то он сменил фотографию на какую-то грустную муть. Зачем? Как это зачем? Чтобы все знали, как ему муторно. Понятно. Тогда объясни мне. Я не поняла, этот твой муторный Тобик, он ушел из твоей квартиры или... Или? Ну, или из этих вот... этих сетей. Вот, кстати, это образ в фигуральном смысле сети. Марис, сети — это социальные сети в интернете, где общается молодежь. Да? Ну и как там она общается? Да по-разному. Ну, обсуждают политику, моду, обмениваются фотографиями. Mm-hmm. Занимаются виртуальным сексом. Чего? Это как-то? Ты что, никогда не слышала про виртуальный секс? Слава богу, нет. Где это я, по-твоему, могла это услышать? В научном отделе Музея изобразительных искусств? Ну, кстати, напрасно. Виртуалка — это круто. Да чего ж там крутого-то? Ну, во-первых, ты никогда не подцепишь никакую заразу. Ну? А во-вторых, у тебя не будет нежелательной беременности. Это как? Ну, как? Ну, незапланированный. Если хочешь знать, вот благодаря именно такой незапланированной беременности на свет появилась твоя мать. Насколько я понимаю, ты тоже. Так что незапланированной и нежелательной беременности не бывает. Потому что это не мы решаем. Умница. Да. Вернее, не только мы. Вот как там захотят, так и будет. А если там сильно захотят, то ты забеременеешь и от виртуального секса. По-моему, что-то такое уже в жизни случалось. Понятно. А вот этот Тобик, он овсянку не ест в твоей квартире? Да нет, конечно. Если бы в моей, то я бы его быстро бы заставила. О, времена. Да, не 20 век. А в сети он классный. А в жизни? Вы хоть раз в жизни встречались? Ну, первое свидание у вас было? Первое? Было. Да нет, пока одна. Да я просто пораньше пришла, мне кое-что почитать нужно. Привет. Ты случайно не Лиз 94? Случайно, да. Привет. Я колорадский бэк. А, садись. А Миру ты кто? Толик Быков. А, угу. Ну, привет, Толик Быков. Я Лиза. Угу. Я кофе уже заказала себе, поэтому ты как-нибудь сам. Хор. Хор. Сел. Ну, в жизни он хуже, чем на аватарке. Да, ты права, там вообще непонятно, что. Коннектится. Привет. Да, пришел, она здесь. Рост? Не знаю. Сидит, но все остальное вроде на месте. Чего ты будешь? Или только Wi-Fi? Эспрессо? Маленький. И все? И все. Заказал эспрессо. Сказала френду или френдихе, что я заказал кофе. Да комменты дает. Вербальные. Кстати, я ему имя придумала. Тобик. Кофе вылокла в один глоток. Да. Сейчас? Буду. Хорошо. Минут через 20. Подожди секундочку. Слушай, мне тут срочно отойти нужно. Можешь за кофе заплатить? А то я на мели. Покоится, Тобик. Увидимся в сети? Ну, пока, Тобик. Пока. Не. Попросил меня заплатить. Да? Господи, спасибо тебе, что 19 лет мне было в 20 веке.
Вот вы все здесь. О, вот вы ставите сумочку. Зачем? Вот я ж вот как знала, вот как чувствовала. Мам, ты что, не видишь, что в нее никто не лезет? А я всегда была уверена, что мой котик ни при чем. Вот не надо так на меня смотреть. Мы с вашим шефом росли в одной песочнице, правда, котик? О, вот, вот это кто? Это один из моих секретарей. О, вы что, не знаете ее имени? Почему не знаю? Знаю, ее зовут Катя. Катя? Ха. Ну, значит, вот, все. Шершеля Катя. Извините, мисс Марпл, но я пока что не увидел ничего подозрительного. Да как же? Вот! Вот это что, по-вашему? Вот, смотрите, смотрите. Ну, хорошо, давайте досмотрим до конца и будем делать выводы. Смотри, только зря время терять. Сейчас все же сотрудники разойдутся, ищи их потом. И так же все ясно. Ну, во-первых, я дал указание всем оставаться на местах до моего особого распоряжения. А во-вторых? Во-вторых, в Кате я уверен, как в самом себе. А, да? Ну, тогда все в порядке. Да, мамуль, спасибо, удружила. Да помолчи ты! Хорошо. Давайте просмотрим на ускоренной еще раз. Сколько ж можно смотреть-то? Ну и так же все ясно, ну! А вы что, ясновидящие? Только дурак и слепой не увидит. Так, дорогие друзья, у меня есть железное алиби. Я вот ни на секунду наедине с маминой сумочкой не оставалась. Надеюсь, у меня тоже? Светлана, пусть попросят Катерину зайти в комнату переговоров. Угу. Хотя, честно говоря, я так и не увидел ничего подозрительного. Ничего подозрительного? Да она уже несколько раз полностью перекрывала собой мою сумку! Да. Но мы все время видели ее руки. Я следил за каждым ее движением. Она всего лишь расставляла посуду. У нее не было ни малейшего шанса влезть к вам в сумочку. Знаете, у меня тоже нет ни малейшего шанса открыть даже самый простой сейф или дверной замок без ключей. Но для некоторых это пара пустяков. А откуда она могла знать, что у вас в сумочке дорогостоящий браслет? А некоторым не обязательно это знать, они нутром это чувствуют. А некоторые могут вытащить из сумки все, что им нужно, даже не сдвигаясь с места. Неделя тренировок. Я вам носом буду открывать сумку, не то что руками. Константин Сергеевич, вызывали Катю? Да. Катю. А где она? Мы ее минут 10 ждем уже. Понимаете, тут такое дело. Она у меня отпросилась. Отпросилась? Да. И что? И я ее отпустила. Ну вот, я так и знала, так и знала. Что, уверены, как тебе? Да, говорите. Ага. Слушайте, ну я же просил, чтобы все оставались на местах. Но она отпросилась раньше. Еще до вашего прихода. Сразу после вашего отъезда. Да? О, сколько нам открыть еще одних. Мам, а где ж твоя вот эта вот великая выдержка, про которую ты мне все время рассказываешь? Теперь понятно. Вот мне понятно, почему папа и Олег просто в какой-то момент просто сбежали от этой выдержки. Лиза, ты ладно? Завелась. А она случайно не обмолвилась? Куда ей так понадобилось уйти? Так понятно же, куда? Ей позвонили из дома, там что-то случилось. У нас посетителей было не очень много. Все были на местах, и я взяла на себя такую ответственность. Хорошо, хорошо. Идите, найдите Катю и соедините меня с ней по телефону. Хорошо, Константин Сергеевич. А что, что-то не так? Нет, нет, все так, все так, все так. Может, чаю или кофе пока ждете? Нет, спасибо, мы уже выпили чайку. Угу. Вы видите? Они все здесь заодно. Нет? Над
быть просто слепым, чтобы не видеть этого. Лариса, а ты свою дочь когда-нибудь в детстве порола? Что? Прошу меня извинить. Здравствуйте. Лариса, это я. Александр Юрьевич. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Здравствуйте. Как поживаете? Спасибо. Вот, стою у ваших любимых качелей. Да, не может быть. Ну, это так. Это очень трогательно, и что? Лариса, мой дом пуст без вас, а качели превратились в два куска веревки и деревяшку. Поэтично. Как есть. Лариса... Я понял, что я был неправ. Да, в чем? Ну, честно говоря, не знаю, но готов повиниться в чем угодно. А, даже в том, что моей дочери украли браслет? Браслет? Что, я не понял вас. Да нет, ничего, ничего, это я так. Но вы что-то сказали про браслет. Сказали? Сказала, но это я пошутила. А я нет. Сегодня был в антикварном магазине и купил... Тот самый гранатовый браслет, который вам так понравился. Зачем? Ну... Хотел сделать вам приятное. Считайте, что вам это удалось. Правда? Значит, вы вернетесь ко мне? Не знаю. Не хочу вас расстраивать, но пока у меня нет такой возможности. Почему? Потому что у нас сейчас как раз вот накопили семейные проблемы, и мы пытаемся их решить. Ну, а когда решите, вернетесь? Не знаю. Не знаю. Это значит, возможно? Не знаю, это значит, не знаю. Извините, мне сейчас не очень удобно разговаривать. Да-да, извините. А передайте привет вашей очаровательной дочери. Спасибо, непременно. И внучке. Ее зовут Лиза. Да-да, Лиза. Всем привет от профессора. Спасибо. Ну так, на чем мы остановились? Я спросил тебя, порола ли ты свою дочь? А, дочь? Нет. Жаль. Да. Ну, что? Даже не знаю, Константин Сергеевич. Мобильный вне доступа, домашний не отвечает. Что и требовалось доказать. Послушайте, вы не волнуйтесь. Поверьте, даже если ваш браслет не найдется, я куплю вам новый, точно такой же. Да? Да. Как благородно. Ну, что ж. А куда вы? Тань, ты куда? Не знаю, куда. А я знаю, куда. Куда? Домой к Кате. У нас есть адрес? Конечно. Отлично. А я думала, что он в ювелирный магазин поехал. Он вообще способен на это? Купить браслет? Ну да. Вообще-то он человек щедрый, но очень трезвый, рассудительный. Ларис. Алло. А ты почему с ним расстался? Ой, почему? Отпусти. Отпусти, говорю, немедленно. Почему? Потому. Ой. Сколько раз я тебе говорил, не смей сам заходить ко мне. Ну, я звонил, но ты не слышал. Но это не повод вскрывать мою квартиру. Ну, если я очень хотел тебя видеть. А если бы я была не одета? О, не одета. Это было бы еще лучше. Не лучше. А посмотри, что я тебе принес. Я уже видела. А?
И что, тебе не понравилось? Мне не нравится, что моя квартира – проходной двор. Ну, ну не преувеличивай. Далеко не каждый может проникнуть без спроса в твою квартиру. У тебя очень сложный замок. Мне уже кажется, что каждый. Нет, не каждый. Я надеюсь, не каждый. Пусти. Я злая. Устроил тут из моей квартиры тренировочный полигон. А я говорил, тебе надо поставить щеколду. Или засов. Щеколду? Или засов. Ну вот. Готово. Хозяюшка! Принимай работу. Ты что, с той стороны не открыть? Никак. Теперь, чтобы забраться сюда, когда вы дома, только дверь с петель нужно снимать. С петель? А это возможно? Коли большая нужда у кого бывала, так и крепостные ворота выносили. Спасибо. Успокоили. Благодарствую. Засов поставила. Как видишь? Поставила засов. Умница. Учусь. Ну, ты готова? О, выглядишь прекрасно. Впрочем, не хватает какой-нибудь маленькой деталечки. Какое-нибудь колечко с бриллиантом. С каким-нибудь... О! Вот с таким. Это чье? О! Теперь твое. Мое? А? Ладно, по-другому поставлю вопрос. Ты где его взял? В магазине. В магазине? Тебе наскучила роль Робин Гуда, и ты теперь решил грабить магазины? Ларчик, ну о чем ты говоришь? О, у меня и чек остался. Ладно, допустим. Но пока я твердо не буду знать, что этот чек имеет отношение именно к этому кольцу, я его не приму. Ты меня обижаешь, Ларуська. А я тебя слишком хорошо знаю, котик. Ладно. Беру его на прокат на время. Может, ты все-таки скажешь, куда мы едем? В гости к одному олигарху. Тоже к вору и бандиту. Все олигархи немного воры, чуточку бандиты. Ты его знаешь. На моем дне рождения он прилип к тебе, как банный лист. А это такой красивый, большой блондин. Вася? Угу. Колбасный король? Ты смотри, ты замечаешь больших, красивых королей. Да, он. Правда, теперь он еще и пытается приторговывать оружием. Но это же противозаконно. Да, ну ты же сама определила, кто он. Тогда зачем мы к нему едем? Как тебе сказать, неудобно отказываться, когда приглашают. Я тебе не верю. Правильно делаешь. Кстати, в связи с этим у меня тебе еще один подарочек. Зачем? У меня своя есть. Там уже, там может быть не мой тон. Тон тут как раз твой. Но это не все. Не все? Это фотоаппарат. Фотоаппарат? Зачем он мне? Ну, так походишь, пофотографируешь. Что интересное занятие. Там могут быть знаменитые люди. А вдруг кто-то себя скомпрометирует. Продадим снимки какому-нибудь желтому изданию. Ты решил стать папарацци? А почему нет? Тебе же не нравится то, чем я занимаюсь сейчас? Нет, не нравится. Ну вот. А работает этот приборчик очень просто. Наводишь на нужный объект, открываешь крышечку,
Щелк. И у тебя нужная фотография. Нужная кому? Тебе? Возможны всякие варианты. Держи. Болтали. Да, но вы мне так и не сказали, чем занимаетесь. А, все понемногу. Так мы коллеги? Наверное, да, только вам платят больше. То есть вам нужны деньги. Прекрасный вечер. Да, благодарю. Извините. И не говорите этого. Да. Коп, ты слышишь? Ты что меня бросил? Он от меня весь вечер не отходит. Что говорит? Да чего он только не говорит. Предлагает, например, смотреть дом. Да я надеюсь, ты согласилась. Поверь, это безумно интересно. Да и не забывай попудрить носик. Прямо напротив сейфа. Как я узнаю, где у него сейф? Ну, поверь, тебе это будет очень нетрудно сделать. Ах ты! Это моя последняя просьба. Слезная. Потом я буду выполнять только твои приказы. Здравствуйте. Василий! Вася! Пойдемте, я покажу вам второй этаж. Надо обратить внимание на роспись. Давайте руку. Что у вас здесь? Обычно эта комната девушек интересует больше всего. Да? Интересно. Проходите. Какая большая кровать. Копия. Копия? Копия какой-то кровати. Какого-то любовника 14-го. Любовника? Да. Людовика? Конечно же, Людовик. Людовика. Обычно в таких комнатах за портретом еще находится сейф. Ну, нет. Сейф у меня в кабинете. Просто я считаю, что деньги и секс должны находиться в разных. Должны находиться в разных местах. Я согласна. Давайте перейдем туда, где находятся деньги. Какой кабинет. Как будто смотрю кино. Да. Все привезено из Англии. Да? А сейф? Где он? Очень бы хотелось посмотреть. Вы так любите деньги? Нет. Безопасность я люблю больше. Я понял. Хотя против денег я тоже не возражаю. Да поймите же. Бизнесмены не держат деньги в сейфах, ни в своих домашних, ни в банковских. Я знаю. Деньги должны работать. Вот именно. Да? Вот именно. А вот в таком сейфе. Ой. Можно хранить какие-нибудь женские драгоценности, например, на каждый день. А из денег, ну, какую-нибудь мелочь на сигару и бокал хорошего коньяка. А, этот красавец тоже из Англии? Он итальянец. Ой, подождите. Меня даже в жар бросило. Сейчас, подождите. Я вижу, что деньги вас возбуждают так же, как и меня.
Нет, нет. Тихо, тихо, тихо. Не нужно, не нужно. Лариса, вы сами не знаете своего счастья. Возможно, но я точно знаю, что меня ищет Константин. Могу ли я хотя бы надеяться? А как же без надежды, а? Держи, я постараюсь исчезнуть из моей жизни. Ой. Хорошо, что я посоветовал тебе поставить засовчик. Так гораздо безопасней. Что нужно? Я пришел отдать тебе долг. Ты ничего не должен мне. Нет. Как честный человек, я должен тебе 25% от моей последней сделки. Мне от тебя ничего не нужно. Никаких процентов. Почему? Потому что, если раньше я была свидетелем твоих похождений, то теперь ты меня сделал соучастницей. Ларусик, ну не сгущай краски. Ты никогда не была ни свидетелем, ни тем более соучастницей. Стоять. Тогда о каких 25% ты говоришь? Извини. Наверное, я не прав. Пойми, котик, я хочу спать спокойно. Со мной? Никогда. Ну вот. Я никогда не смогу спать спокойно с такой прекрасной женщиной. Вот видишь, наши интересы расходятся. Прощай. Что, ты даже не знаешь подарок, который я тебе принес? Более того, я тебе верну еще вот это. Тот чек, который ты мне дал, никакого отношения не имеет к этому кольцу. Уходи. Ну что, мне пойти одному или кто-то хочет пойти со мной? Я пойду с вами. Ну, разумеется. Мама, Лиза, если я не вернусь... Таня, не говори глупости. Мам, я вас предупредила. Спасибо. Что, сказали своим родственникам, чтобы они за вас отомстили, если вы не вернетесь? Чего вы взяли? А мне так показалось. Ты ничего подобного. Да? Ну, прекрасно. Да. Именно так и сказала. Довольна? Нет. Но я предупрежден. Да ладно, идемте, я пошутил. Мокруха, это не мое. Кстати, Лариса, ты мне так и не рассказала, а почему вы расстались? Он такой красивый, богатый, интеллигентный. А, может, он жадный? Жадный я бы не сказала. А что же? Понимаешь, меня очень напрягало, что он в любой момент без спроса и даже без звонка мог очутиться в моей квартире. И не только в моей. Извини, я это позволил себе в последний раз. И то только потому, что не могу чувствовать себя должником. А должен я тебе гораздо больше, чем та безделица, которую ты найдешь на столе. Потому что дни, проведенные с тобой, не могут сравниться ни с чем. Чек к подарку прилагаю.
чтобы ты была уверена, что мой подарок от чистого сердца, а не из чего-либо сейфа. Навсегда твой кот. Неужели вы после таких слов все-таки расстались? Никакие слова не могут заменить душевного покоя. Никакие деньги не могут его купить. Угу. А что за подарок был? Неважно. Ну, он у тебя сохранился? Я его выбросила. Ну, бабусь, ты даешь. Опять начинаешь? Прости, прости, Ларочка, Ларусечка, Ларисочка, моя любимая. Только давайте договоримся на берегу. С Катей буду разговаривать я сам. Зачем вы тогда спрашивали, кто пойдет с вами? Ну, чтобы вы не подумали, что я буду с Катей о чем-то договариваться. Что же буду делать я? Ничего. Стоять и молчать в тряпочку. Если вы будете со мной так разговаривать, я вообще вернусь в машину. Как хотите. И что надумали? Идете туда или со мной? Пойду. Схожу с вами. Обещаете не устраивать там сцен? О, конечно. Обещаю. Ну, смотрите. Пошли. Ага. А что? До нужного этажа нельзя было проехать? Послушайте, Татьяна, вы обещали мне молчать. Я обещала не вмешиваться в ваш разговор. Считайте, что он уже идет. Хорошо, хорошо. Там кто-то есть. Катя, это я. Открой, пожалуйста, дверь. Ой, секундочку. Знаешь, чего лучше скажи? Как такого классного мужика можно было
променять на своего зануду профессора. Ну, во-первых, когда профессор за мной ухаживал, он не был занудой. Ну, допустим. А во-вторых? Пойдем присядем. Пойдем. А во-вторых, знаешь, честно говоря, сама не могу понять, как такое со мной могло произойти. А может... Ой, ладно, прекрати, перестань. Зачем я ему нужна? Мне же скоро уже 60. Это трудно понять, об этом знаешь только ты. Но об этом легко догадаться, если посмотреть на мою дочь и на мою внучку. Оп. Слушай, Ларис, она тоже уже не мальчик. А вот мне мальчик всегда нравится не уже не девочки, а просто девочки. Ты видела, какие у него девицы в офисе? Честно говоря, не обратила внимания. А я обратила. Да? Как он защищал эту Катю. Я уверен, что она одна из его любовниц. Да ладно! Что ладно? Константин Сергеевич, я же предупредила, меня отпустили. Можно войти? Да, проходите, пожалуйста. Спасибо. Что-то случилось? Надеюсь, что нет. А у тебя? А у меня... Скажите, а вот распоряжение вашего шефа на вас никак не распространяются? Ну, я же предупреждала. Татьяна, вы же мне обещали. Здрасте. Здрасте. А это... Вова. Во как. Константин. А вас как зовут? Для вас-то какое-то значение принципиально имеет? Да нет. Ну и все. Вовчик, он футболист. Играет за Кубань-Краснодар. Знаете? Да, конечно. Он тут проездом. Да, вот. Всего 6 часов и снова самолет. Да, мы не виделись почти месяц. Я понимаю. Скоро свадьба? Свадьба? Да, думаю, в зиме. Надо ж погулять, развеяться. Ну. Да, погуляй, погуляй. Но ты будешь завтра на работе? Да, конечно. Я только на сегодня отпрашивалась. Извините за вторжение. Да. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Нам уже тоже пора собираться. У Вовчика в 11 самолет. Пока доедем, пока приедем. А, Константин Сергеевич, а вы зачем приехали? Да проверить хотел. Проверить? А что? Ничего. Ничего? Да. Скажите, что вы делали в кабинете, когда мы с Константином Сергеевичем... Пусть она скажет, что она делала в кабинете! Пусть не она Вова, скажет! Побольше голов тебе! Спасибо, но я вратарь. А, да, ну тогда побольше детей. Спасибо, Константин Сергеевич. Ну и что это было? Что именно? Почему вы даже не спросили ее ни о чем? Мне не надо Катю ни о чем спрашивать. Я уверен, она не брала никакого браслета. Да, вы как это поняли? Она уже однажды сказала неправду вашему секретарю. А солгавший один раз, может солгать и второй. Чего вы молчите? Я с вами разговаривала из кабинки лифта. Слушайте, это невежливо, в конце концов. Выходить приехали. Ну вот не выйду, пока не ответите. Выходите, люди ждут. Здрасте. Ну ты же знаешь свою мать. Как ты думаешь, что там было? Не знаю, что там было, но знаю как раз, что сейчас будет точно гром и молнии. Мамуля, все в порядке? Не в порядке. В порядке. Можем ехать дальше. Не можем. И не в порядке. И вообще, не трогайте меня, пожалуйста. Ты можешь сказать, что произошло? Да в том-то и дело, что ничего не случилось. Он даже в сумочку к ней не заглянул, вы представляете? Вы что, хотите, чтобы я устроил там обыск? Не обыск, не обыск. Но в сумочку-то нужно было заглянуть или нет? Не нужно. Не, ну, мам, правда, как ты это представляешь? Да я от тебя не ожидала никакой поддержки. А я уверена, что это дело ее рук. А он даже не спросил ее, даже не задал ей прямого вопроса. Во! Да они в сговоре, с самого начала я это поняла. Мам! Ну что, как прибыль делить будете? Пополам? Или как?
можем уже ехать отсюда? Не знаю. Никуда не поеду без браслета. Татьяна, ну я вас не понимаю, но я же вам дал честное слово. Слово джентльмена, если хотите. Если ваш браслет не найдется, я куплю вам другой, точно такой же. Тань, котик обещал. Да, мам, ты вообще, я всегда знала, что ты не разбираешься в людях. Слушайте, давайте так, встретимся завтра утром с вами. Поедем в любой ювелирный магазин. И вы получите свой браслет. Такой вариант вам подходит? Мам, подожди, я бы согласилась на твоем месте. Угу. Мам, ну послушай, ты же не можешь назвать этот браслет мой любимый браслет. Ты его только вчера в подарок получила. Ну, не можешь? Я могу. Я не знаю, что предлагать. Тань, по-моему, в данной ситуации это очень нормальное, разумное решение. Ты же ведь ничего не теряешь. Что не так? Все не так. Вы меня совсем за дурочку считаете. Ларочка, твоя дочка мне просто-напросто не верит. Она абсолютно убеждена, что я никуда завтра не приду, что я просто исчезну. Так? Не верю. Хорошо. Тогда я предлагаю такое решение проблемы. Мы не будем завтра встречаться. Мы не будем сегодня расставаться. Мы проведем мою ночь вместе. Вы это кому предлагаете? Ну, конечно же, мне. Мы же не чужие. Не спеши меня. Ты спишь так, что из-под тебя кровать можно вытащить. Ну, тогда я не знаю. Не Лизу же отправлять. Да нет, не надо никого ко мне отправлять. Мы проведем эту ночь вместе в каком-нибудь ночном клубе. В ночной клуб. Ну как? Согласна? Клуб, это круто, я согласна. А вы? А кальян там есть? Там есть все, там есть все. Там все есть. Тогда я тоже. Ну что, отпустите свою дочку и маму со мной в ночной клуб. Да почему это я должна их отпускать? А почему нет? Я тоже. Ну, наконец-то. О, как? Только. Что только? Мне нужно переодеться. Я тоже могу. Вперед. Ура, ура.
дорогая. Мам, идите, я вас догоню. А что случилось? Все хорошо, мне нужно телефон звонок сделать. Ну, вообще. Да, привет, Лиза. Па, привет. Это я. Привет. Что делаешь? Я? Выхожу из концертного зала, у меня только что закончился концерт. Прекрасно. Зато у нас тут концерт в самом разгаре. Какой концерт? О чем ты говоришь? Пап, не задавай лишних вопросов и включай клуб «Шестеренки». Знаешь такой? Шестеренки? Понятия не имею. Ага, ну тогда лови такси и езжай на улицу Тургенева, дом 36. На фейс-контроле скажешь, что тебя ждут. Лиза, но я в концертном костюме. Ну, замечательно. Будешь прекрасно гармонировать с маминым платьем. Давай быстрее. Так, ну, да, ну, послушай. Конец связи. Подожди-ка. Зайдем, выпьем. Что задумался, Валентин? Слушай, ты не знаешь, какой автобус идет на улицу Тургенева? Тургенева? 48-й. 48-й, да? Ага, спасибо. Давай. Значит так, 48-й. Знаешь, мам, расслабься. Этот котик очень симпатичный человек. Какой он тебе, котик? А что мне его, дядя Костя называть? И вообще, мне кажется, он нас не обманет. А мне так не кажется. Мам, да хоть повеселимся. Ты посмотри, сколько эти коктейли стоят. Ему точно эта дочка дорого обойдется. Не дороже, чем мне знакомство с ним. Мам, ну не парься. Ну ты же знаешь, как пришло, так и ушло. Знаешь, Лиза, я бы не сказала, что Олег так легко ко мне пришел. Я сколько нервов на него потратила, сколько средств, сколько времени. Он ведь ничего не умел. Ни одеваться, ни говорить. Ни знакомых полезных заводить, ни сделок совершать. Всему же научил. Знаешь, мам, я всегда хотела спросить. А почему вы с папой расстались? Не то чтобы расстались с папой. Валентин. Ну ты прям как Лиза. В каком смысле? Когда она прячется от меня, все время заворачивается в эту штору. Ну она же моя дочь. А я. А ты почему решил играть со мной в прятки? Я уже все объяснил. Кому это? Тебе. Что-то не припомню. Написал письмо. Даже так? Дорогая Татьяна, извини, что уехал, не прощаюсь. Это уже можно не читать. Почему? Потому что ты уже здесь. А, да. Ты должна понять меня с самого первого дня, с того момента, как я помогла тащить тебе твой чемодан без ручки, я не перестаю себя ощущать им. Чемоданом. Да, чемоданом. Я вообще-то о тебе никогда так не думала. Зато я так думал. О себе. Пожалуйста, пойми, мне очень важно почувствовать себя взрослым мужчиной, самостоятельным, способным зарабатывать себе на жизнь, а не маленьким мальчиком, которого заставляют играть на скрипке. Ну кто-кто, а я тебя не заставляла играть на скрипке. Да нет же, нет. Поэтому я решила попробовать пожить самостоятельно, и я уезжаю работать в Тюменскую филармонию. Пойми меня, пожалуйста, мне очень важно ощущать себя полноценным человеком, мужчиной, а не чемоданом, набитым вещами, которые нужно продать. А, люблю тебя и Лизу. Надеюсь, ты понимаешь меня? Нет.
Послушай, ну кончай заниматься этой фигней. Пойдем попьем кофе. Я так еще не завтракала. А? Конечно. Пойдем. Нет же, Таня, нет. Ты пойми, для меня это очень важно. Я должен себе в этой жизни чего-то там доказать. Очень важное. Да, добиться чего-то. Добиться чего-то. У тебя все есть. Семья, квартира, машина. Ты даешь занятия детям, прививаешь любовь к прекрасному. Да все это не то, о чем ты. Так. Не то. Не то. То есть, попросту говоря, ты нас бросаешь? Ты где же? Да нет же, нет. А что тогда? Просто уезжаю в командировку. Так. А, в командировку? Спасибо. А надолго? Пока не знаю. Можно? Спасибо. А как же Лиза? Даже не попрощаешься с ней? Ну, почему? Заеду к ней в школу. Ключи оставлять? А зачем? Ты же не бросаешь меня. Он не заехал. Да, всегда был слабаком. Он вначале звонил, но потом пропал. Года на два. Но ты знаешь, к его чести сказать, деньги он посылал исправно каждый месяц. А потом лет пять назад появился. Что такое? Слышишь? Да ничего не слышу. Это кто? Не знаю. Ключи только у Лизы, у мамы. Ты же сказал, что она в лагере. С утра была Лиза! Лиз! Мама! Таня, это я. Я тебе говорила, что я замужем. Подожди, ты сказала, что он пропал. Он не пропал. Это правда. Старик, ты... прости. Ну, если честно говорить, это у нас было в первый раз. И то не было. Не успели. Ты пришел. А так она у тебя, женщина, железная. Я знаю. Что делать будем? Между нами девочками говоря... Так что? Ну, можем жить втроем. Но я старомоден. Я тоже. Меня увольте. Давайте вы как-нибудь сами. Раньше мужчины дрались на дуэлях, на турнирах. Ты что, предлагаешь нам подраться? Не знаю, может и подраться. Давайте только не здесь. Тогда, может быть, выйдем. Но тут напротив есть кафе 24 часа. А потом поднялся Олег, взял Вален чемодан и отнес ему. О, девчонки, а что не танцуем? А мы не танцевать сюда пришли. Да, а зачем? Мам, чего такая короткая память? Ларч, а может, когда мы с тобой поженимся, я удочерю не эту вредную даму, а твою внучку? Во-первых, за внучку получишь отлуп, а во-вторых, хочу коньячку. Лиз, тебе не кажется, что мы лишние на этом герметичном празднике? Кажется, мне кажется. Возможно. Но боюсь, что очень скоро и вас, Танюша, туда пригласят. Что? Какой праздник? Это куда это? Пригласят мою Танечку? Неважно. О, телефон. Александр Юрьевич, здрасте. Лариса, я не могу спать. Я не могу находиться на даче или в квартире. Я
Я не нахожу себе места. Вот как? Да, так. Не находите? А что это там за музыка? Вы где? А? Я в ночном клубе. Теперь понятно, почему музыка. Мне, значит, плохо, а вы веселитесь. Я не то что веселюсь. А что же вы там делаете? Я, как бы это сказать поточнее, я выслушиваю предложения. Лариса, какие еще предложения? Ну, я пока не знаю, но я сейчас, я уточню. Котик, что ты там мне предлагаешь? Я предлагаю тебе руку, сердце и все, что у меня есть. Все. Все. Было слышно. Кто? Кто это вам предлагает? Ну, это один мой давний знакомый. Я вам как-то о нем рассказывала. Знакомый? Да. Немедленно сообщите мне, в каком вы клубе. Я? Это, как это? А, шестерка. Шестеренки! Шестеренка. Александр Юрьевич! Александр Юрьевич! Так, о чем это мы? Я потеряла коктейль. Я хочу выпить. Я тоже. Что, мама, мне 20 лет, я выпиваю и курю. Подведенных для этого местах. Добрый вечер. Воу, чем добрый вас вечер. Порадовать? Маргариты, две. Четыре. Мы угощаем. Привет, девчонки. Представляете, когда сюда ехали, мечтали встретить таких, как вы. И тут вы. Таких, это таких. Ну, одну в цветочек, а другую без цветочек. Девчонки, давайте мы вас угостим. Ну, угощайте. Зачем? Да пусть угостят. Ну, так. Так-так. Ну, так положено для знакомства. Мам, ну у них так положено. Учтите, только для знакомства, сами сказали. Да. Вы что, против? Нет, вы не против. Ну, а просто, чтобы вы не строили далеко идущих планов. А мы не будем. Только до утра. Пожалуйста, ваш заказ для вас. Спасибо. А это для вас. Ну, для знакомства. Да мы, по-моему, и не знакомились. Или я что-то пропустила? А, точно. Я Толян. А я Вован. О, Толян Вован. Нет, мы и не будем отвечать ничем подобным. Меня зовут Татьяна. О. Меня Елизавета. О, это как Лизуха и Танчик. Так, ребят, я за себя плачу сама. Ладно, девчонки, вы шутите. А вы, мальчики, с нами не шутите? Да. Слушай, ну сестра у тебя строгая. Да, она такая. Не, серьезно, девчонки. Какие планы на сегодняшнюю ночь? Не дать обвестись, а вокруг пальца. А мы с Вованом не такие. Клянемся. Да. Лично я ищу себе невесту. И как говорит мама, чтобы из хорошей семьи. Что ты не вполне подходящее место тебе для этого выбрал, парень. Ну почему это не подходящее? Мы же встретили вас. Правильно. Итак, какие у нас сегодня планы? Планы? Музыка, зависание, танцы, полеты. Полеты? А не хотите носики припудрить? Носики? Конечно! Давай! А ты не такая, как мне показалось вначале. Да я не такая, как тебе сейчас кажется. Слушай, пуговицы у тебя классные. Задумка дизайнера. Я торчу от таких вещей. Поехали ко мне. Зачем? Кончай придуриваться, а? Оттянемся, потом немного секса. Нет. Немного это не ко мне. А. Хорошо, тогда много, я способный. Сегодня не могу, извини. Почему? Дочь не с кем оставить. У тебя есть дочь? Да. А какая? Грудная. Что случилось?
Гайтанчик? Не понял. Так вот куда ты уехал, дорогой? Еще раз, я что-то не понимаю, не могу хватить суть. Ты чего не хотел? Я не хотел сцен. Каких ты сцен не хотел? Вот подобной этой, Тань. Хорошо. То есть у тебя все в порядке? Ты просто меня бросил, да? Просто мне хотелось пожить немного одному, понимаешь? А немножко это сколько? Ну, не знаю, ну немножко. Олег... Почему было ломать вот эту комедию с исчезновением? У нас не самый большой город, мы обязательно бы где-нибудь встретились. Не здесь, так еще где-нибудь. Ну, это не было бы так остро, понимаешь? Боже. Слушай, Тань, ну, я, по-моему, тебе кое-что оставил, да? И этого должно было хватить на пару лет. Что же это? Что же это? Что же это? Да. Деньги, акции. Да. А что-то их не видела. Так они в сейфе. А, прекрасно. А не подскажешь заодно, как его открыть? Так, шифр в моем столе. Я думал, ты давно нашла его. А, в твоем столе? Нет, знаешь, не нашла. Ой, здрасте. Привет. Не, ну так нечестно. У нас все-таки компания, мы веселимся, Татьяна. Вован, знаешь, мне сейчас не до веселья. А ты убери руку с ее плеча. А Лиза, между прочим, не против. Да, руку убери. Слушай, Тань, давай как-нибудь встретимся, посидим. Все обсудим спокойно, а? В этом ряду неопределенных местоимений не хватает еще двух. Каких? Когда-нибудь где-нибудь. У тебя что, сеструха учительница? Тань, ну правда, ну хватит уже ломать комедию. Вон и Лиза согласна. Да. Прям даже интересно, на что же она согласна? Поехать ко мне, у меня мать с бойфрендом в Италию укатили. А у Лизы мать с бойфрендом не укатили. Они здесь. Чё-то я не понял. Вы что, здесь с матерью? Да. Причем каждая со своей. Вы что, не сестры? Даже не однофамильцы. Слушай, Танечка, можно я пойду? У меня там девушка ждет просто. Ну, серьезно. А тебя парень. Смотри. Спасибо, братан. О, я слышу. Как хорошо, вы уже здесь. Я уж... Привет, хотел тебе звонить. Ты вовремя. Я не понял. Какой ты двойной Динамо? Спокойно. Это мой папа. А это? А это? Это моя мама. Я когда сегодня услышал в телефоне твой голос, я чуть не выронил трубку. Начало хорошее, продолжай. Слушай, ты можешь разговаривать серьезно? Серьезно? В да. моем возрасте? Противопоказано. Слушай, я тебя умоляю, ну какой там возраст? Назвать? Не надо. А, впрочем, можешь назвать. Мне абсолютно все равно. А я все равно не назову. Ну подожди, ну серьезно. Что-то мне это напоминает. Ну, это совершенно другая история. Старик, она твоя. Но... Что? А ты возражаешь? Да нет, не то чтобы, но... Ну вот и прекрасно. Танечка, мы прожили с тобой прекрасные 4 года. Но все проходит. Прости, у меня прошло. Ты мог бы сказать мне, я бы поняла. Вот я и сказал. А если бы не встретились с тобой сегодня, я что, должна была взламывать сейф? Сейф? Какой сейф? Ты что, грабишь банки? Да, почти. Послушай, ну... Все ж устроилось. Ты успешна. Можешь поехать за границу, положить браслеты в банки и получать дивиденды. Да, спасибо, дорогой Олег. Я именно так и сделаю. Ну, вот и прекрасно. Слушайте, ребят, ну, мне действительно нужно идти. Я вас покину, ну? Прости. Живи. Пока. Я каждый день хотел тебе позвонить. О, Котик, Саечек, так чего ж ты не позвонил? А потому что совсем недавно я видел тебя на премьере с каким-то мужчинкой. Каким? Извините. О, вот с этим. Добрый вечер. Вы знакомы? Не имел чести.
Константин. Александр Юрьевич. Выпить что-нибудь, Александр Юрьевич? Коньячку! Так это что? Правда твоя мать была? О чем мне врать? Прикол! Не, ну она реально чувиха, чё? Толян от неё кайфует, я тебе говорю. Лиза! Лиза! Ну а ты-то как вообще здесь оказался? Чего, ты ходишь по ночным клубам, что ли? Да никогда не был. Ну а чё сегодня? Лиза позвонила. Ну, понятно. Она мне никогда не давала забыть, кто ее отец. А ты забывала? Я этого не говорила. Ну? А ты что скажешь? Даже не знаю. Ну, не знаешь, так сыграй, что ли? Я так понимаю, что у нас образовался любовный треугольник. Остается только выяснить, каков он. Равносторонний, равнобедренный или тупоугольный? Профессор, я боюсь, что именно сейчас мы с котиком не способны поддержать такой уровень беседы. Но что-то знакомое я уловила. Например? Что-то про красивые бедра и намек на чью-то тупость. Всегда поражался вашим умением, скажем так, смещать акценты и изменять смысл сказок. Что? Я не поняла, это наезд? Нет, ни в коем случае. Тогда давайте выясним, кто из нас лишний. То есть вы намекаете, что это я? А что, вполне современно? Борис, пожалуйста, прекратите. Я не люблю двусмысленные шутки. Вы же знаете. А я не люблю занудство и зануд. Это моя девушка. Это кто сказал? У нее спроси. Я у нее об этом спрашивал, как только мы познакомились. И что ты сказала? Правду. А конкретнее? Она сказала, что у нее был один виртуальный бойфренд. Но он оказался неадекватным. Это правда? Ты действительно так сказала? Дословно не помню, но примерно так. Почему это я неадекват? Ну, наверное, потому что за все время нашего знакомства ты поцеловал меня один раз и то прислал наклейку с губками. А Вован на второй минуте нашего знакомства позвал меня к себе. И тебе понравилось? Ну, если честно, да. И ты поедешь? Да. Что скрипка – это мой любимый музыкальный инструмент. Приятно слышать. Я хочу слушать твою игру чаще. Ты это серьезно? Абсолютно. Всю жизнь восхищаюсь словами классика. Сокрушаться о содеянном, сожалеть об упущенном. Это вы сейчас о чем? Когда ты решила не связывать свою жизнь с вором, решила стать женой профессора. Ну что же в этом было плохого? Ничего. Ничего, вы прекрасный человек. Вы меня по-настоящему любили, вы устроили мне спокойную, лишенную каких-либо потрясений жизни. Почему вы говорите об этом в прошедшем времени? Потому
потому что она уже в прошлом. С годами я все чаще и чаще сожалела об упущенном. А браслет, который ты мне подарил, сверкал все ярче, как бы напоминая мне об этом, укоряя меня. Это врачи. О жизни с вором. Сегодня я приняла решение вернуть то, что было упущено. Стоит только разница, что я теперь устанавливаю сейфы, а не вскрываю их. Ой. Когда-то, 10 лет тому назад, когда вы делали мне предложение, вы подарили мне вот этот браслет. Браслет я приняла. Предложение отклонила. Сегодня я принимаю и предложение. Лариса. Простите, профессор. Не догоняю. Ты меня забанила? Да ну, в каком-то смысле, да. Хотя из друзей я тебя не удаляла. Добик, ты не готов к реальным отношениям. Почему это я не готов к реальным отношениям? Можешь объяснить? Здесь? Думаю, нет. А где да? Я тебе напишу. Хорошо. Доброе утро. Да. Доброе вы утро. Спросите ли купить? А почему вы спрашиваете? Ну, в такое время обычно идут в магазин за хлебом и молоком, а не за драгоценностями. Мы не за хлебом. Ищете что-то особенное? Да. Браслет? Серебро, золото, платина. Бриллиант. Понимаю. Провинились? Или хотите сделать женщине приятное? И то, и другое. У вас есть что-нибудь подходящее на оба эти случая? Попробуем найти. Это лучшее, что у нас есть. Вас устраивает? Устраивает. Мы берем. Это все? Нет, я бы... хотел еще посмотреть кольца. Ну, вот. Спасибо. Ой. Как хорошо все закончилось. О-о-о. Ну что ж, мы вот так вот распрощаемся и все. А что бы вы хотели? Ну, может быть, хоть... кофе выпьем все вместе. Ну. Танечка, у тебя есть кофе в доме? Кофе? А поехали? Тогда поехали, а? А что ты такие грустные? Вроде все так хорошо закончилось. Вот именно. Что именно? Что закончилось. Да круто провели время. Вот и я про то же. Я не знаю, кто бы это мог быть. Здравствуйте, Татьяна Михайловна. Миша. Привет. А вы опять забыли, что у нас занятие? Нет, я помню, что у нас сегодня занятие, просто... Ты выучил урок? Конечно. А у нас будет занятие? Тогда я должен сказать своей маме, она на всякий случай меня ждет во дворе. Ждет? Да. Отлично. Потому что, сказать по правде, у меня действительно тут сегодня случилось такое, что я бы обошла сегодня без занятий. Так я и думал. Ты очень умный мальчик.
Да нет, я просто наблюдательный. Ну хорошо, ну что, тогда в следующий раз? Тогда в следующий раз. На этот раз сначала мы позвоним, перед тем, как ехать. Ну молодец, да, это будет совершенно правильно. Ну все, пока, да? До свидания. Да. Стоп, стоп, я совсем забыл. Что? Что? Что, Миша? Татьяна Михайловна, а вы нашли ту блестящую вещь, которую вчера потеряли? Браслет? Ну да, браслет. Он очень блестит. Нет, я не нашла. Откуда ты знаешь, что я ищу его? Просто когда вы бегали по комнате, он у вас выпал. Выпал? Да. Он упал на ковер, поэтому вы не слышали. А на какой ковер? Ковер? Тот, который в комнате, где мы занимаемся. Он упал, и где он? Я его спрятала под книгу, чтобы никто не нашел. А под какую книгу, Миш? Которую я читала под названием «English». Все, до свидания. Мам, что случилось? Это что? Ну, как что? Мам, ты всегда гордилась своим зрением, теперь не видишь, что это? Ну, почему не вижу? Вижу, это браслет. Браслет? Он нашелся. Простите меня, пожалуйста. Ничего страшного. Я думаю, что этот будет лучше сдать. Простите, ради бога. Мне правда очень стыдно. И мне стыдно. А мне как стыдно. Ну, я же говорю, ничего страшного. Это я прошу меня простить, у меня в 12 встреча в банке. Извините. До встречи. Как? Котик? Вован? Что вы здесь делаете? Котик, ты опять за свое, а? Хотели сделать вам сюрприз. Вам это удалось. Спасибо. Ну и что вы все здесь делаете? Лично я пришел сделать подарок. Не возражаешь? Валяй. Не знаю, куда нас приведет это знакомство, но прошлая ночь была одной из самых странных и лучших ночей в моей жизни. А вы? Ну, я не знаю, кто как. А я вот пришел сделать тебе предложение. Ларчик, ну давай уже поженимся. Я даже не знаю, что сказать. Соглашайся! Вы так думаете? Мама, дочь плохого не посоветует. Внучка тоже. Таня, я тоже. Я тоже хотел бы попросить Татьяна принять это кольцо. Знак того, что мы теперь снова будем вместе. Мам. Таня, ты принимаешь мое предложение? Не знаю даже. Конечно принимает. Танечка, мама тебе плохого не пожелает. И дочка тоже. Да, Ларочка, и вот это вот прими тоже. А что, не вернули его обратно в магазин? Ну, зачем? Ну, был один браслет, будет два. Не два, а три. Мама, что это? Браслет. Да, ну, откуда он у тебя? Котик подарил. Котик? Стало быть, наш котик не только вор, но еще и интриган. Это почему? Украл у меня браслет, чтобы подарить его тебе. У меня на глазах, чтобы... Что? Не говори глупости. Котик подарил мне этот браслет 10 лет тому назад, когда делал предложение. Ты сказала, что ты его выбросила. Ну, я его выбросила. Я выбросила его из головы. Мне неудобно было его носить при Александре Юрьевиче, а теперь, когда мы с котиком вместе... Да,
Ну, было два браслета. А где два, там и три. Будешь носить оба. Зачем же? Вот браслет, который котик купил сегодня, мы подарим нашей Лизоньке, внучке, на свадьбу. Что, правда? Правда, правда. Ларчик слов на ветер не бросает. Видишь, Танюшечка, как все хорошо закончилось. Я же говорила, котик лучший. Котик лучший. Самый лучший. А насчет закончилось? По-моему, все только начинается.